Всем доброго времени суток, еще раз с вами Саня, он же злой енот, и Аня, Анхо наша. Так что мы сегодня продолжаем пилить, постоянно забываю, как эту, блин, игруху называют. RPL, в общем. И Арпайл. Арпайл, да, Арпайл. В общем, да. Апрель наш апрель. Апрель. Апрель в апрель, так что поехали. Так, беру сейчас квест и погнали. Кстати, я предлагаю аренку пройти по возможностям. По крайней мере, зайти вдвоем. Как ты на нее смотришь? Там с 12 уровня. Ну, давай. Так, хорошо. Не, я была на этой аренке. Я тоже, но я был в одно рыло. А сейчас мы пойдем с тобой вдвоем. Все, ты туда, да, включил? Да, по идее, все как должно быть. То есть, все как прям... Так, ну вроде все пускает, заходит. Вроде. Да, вот. И смотри как... Так, ну вроде да. И вот сейчас тут начнется подготовка. Так. Собираем их, собираем в массу, месим. О, достижение мне дали какое-то. Ну да, получается, типа достижение убить. Тут... Ага, собираем. 10, 20, собираем. Месим. 30. Так, собираем, ребят, собираем, выносим, раздамаживаем. Что-то они как-то быстро умирают. Ты, кстати, растения сдали, можешь раздамаживать. Что такое? Бомбовик. Что-что? Ты растения сдали, можешь раздамаживать, причем довольно-таки легко, наверное. А у меня сейчас не это, не дальнее. А-а-а. Что-то оно мне не очень понравилось. Мне вот этот автомат нравится. Так, вроде все. Ой-ой-ой, я ульту врубил не на то, что нужно. Обидно. Это есть обидно. На эти... Я, по сути дела, ты бомбишь, я так сдалека. Что-то один-два раза успеваешь, да, так? Ну да, как бы. А мне сильно-то, в принципе, много-то и не надо. Да, как вариант, конечно. Я вот прослеживаю, там мой удар, ну, половину сносит сразу. Да, а вот тебя... по этим, просто с одного удара. Да плюс еще ты там бьешь. Ага, у тебя же еще и дальник. Не, ну честно говоря, хотелось бы сейчас арену такую пожестче. Потому что это, ну, ну совсем... Ну да, сейчас да. Какая-то совсем... Поскольку мы ее в одного прошли. Нет, слушай, так эти черепахи-то еще прикольно довольно делают. Живучие, да, согласен. Вот классная у меня фигня, то что она вот это все сдергивает, точнее всех притягивает. Ой, цветок. Во, круто. Вот это народу здесь было, вот это четко. Правда, легли они так же быстро, но... Да-да-да. Ничего. Так, что, все? У меня, блин, надписи вот это на пол экрана больше раздражают, чем есть. 2, 1. Йо-хо, петух этот, блин, воробей паршивый. Как я тебя не переношу, воробушек. Птичка. Птичка, блин. Иди нафиг. Ага. Слушай, раздамаживает. Эта птичка тут меня просто решила уничтожить. Да, я же говорю, воробей дебильный. Она на меня как-то прилегла. Это ты раздамажил его, агар перетянула. Лайки, друзья, лайки. Ага. Ага. Не, у меня просто персонаж постоянно с победой. Так он уже это правильно говорит. Давайте, давайте. Чё нам надо, чё нам надо? Ну, прошли быстро. Знаешь, наверное, надо дальше проходить. Да, я тоже думаю. А вот сейчас... Ещё какая-то аренка будет. Я вот сейчас зеленые камни, следующие. Короче, в принципе, я сейчас тебе по уровню просто догоню, и мы так уже начнем рвать. Кстати, у меня тут какая-то беседа. Интересно, я успею ее прожать? Навряд ли. Уже... Должно было забросить. Нет, я не успела. Так я же говорю, навряд ли. Да-да-да. Ой, тут народ. Ой, йод, Я не потеряю идею. Это что было? Где именно? Тебя выкинуло? Меня убили. А вот это жесть. Это что-то я вообще не врубилась.
Я не знаю, может жесткие какие-то, но меня они вообще не дамажат. Ничего, это я вообще что-то не понял. Скажи, не смешно, не успела зайти выйти, уже раздамажили. Да я буквально шаг сделала. Мне кажется, по мне даже никто не ударил. А фиг его знает, может какой-то лаг, глюк. Как-то странно вообще. Теперь мне, короче, надо... А, я причем не умерла, я без сознания. В бессознательном состоянии. А, и тебя тут пинают, походу, еще, или пинали. В общем, я отомстил. Угу. Ну, получается, до зачистки я здесь, видимо, буду делать. Да ладно, что, серьезно? Ну, тогда я побыстрее. Да, да. Тогда я... А, блин, тут не до конца локация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твари, вы чё творите? Я могу, в принципе, воскреситься. Но... А там есть какая-то фигня для воскрешения? Подожди, я сейчас... Вот. Кстати, ты вообще ничего не собрал? Серьезно? А у меня тут все собрано. Ну, не раздамажено, но собрано все. Видишь, тут еще по-разному. То есть у каждого, походу, свои шмотки. Потому что у меня реально все собрано. Mm-hmm. Слушай, может, правда? Помнишь, в Кабалета там мы типа ставили, типа, одному, то вот сейчас ты пробежал, короче, у меня половина... То есть половина лута именно осталась, да, я же говорю, то есть, скорее всего, у каждого свой лут идет. Эй, ребята, а чем они, интересно, таким шмонают, что так раздамаживает хорошо? Слушай, они что-то какие-то жесткие вообще. Да, то хотели пожестче, получили пожестче. Да, смотри, они прям меня пропинули, конкретно. Ага. А, тут мастер Кирку, какой-то новый покемон с бомбой. Был. Это было нетрудно, да, чувак. Что-то я не поняла вообще происходящего. Аня вообще не успела толком пострелять в эти в игру, как уже всех раскидали, разбили, разбухали. Блин, мне почему-то кажется, что что-то все-таки с интернетом у меня. А, ну может быть подлагивают, кстати, как вариант. Кстати, я что-то получил. Новую шмотку, да, новую шмотку повысил за счет этого ранга, ну теперь можно вылетать. У меня снаряжение вообще пусто. Так, ну я полагаю, что мы сейчас идем по... Что полагаю, еще раз, а то немного захавало слова. Да? Да. Кстати, у меня тоже 15 уровень, скорее всего, задания у нас пошли... Да, задания сейчас, мне кажется, да, вот. Зеленый каменный мост вроде бы, или еще что-то там такого должно быть. У тебя какое сейчас задание? Да, у меня зеленый тоже есть. Вот, значит... И у меня опять создать... Что-то создать не надо. А, ну создавай пока, мисс, а я пока навыки вливаю. А, пряность апельсиновая. Тогда смысл, я уже ее не раз... Ладно. Так, ну самое интересное, что больше у меня заданий нет. У меня тоже пока одно. Что, залетаем? Или да, ты да, создаешь? Да, а, да. Отлично. Так, зеленый каменный мост. Залетаем. Средняя сложность. Да, средняя. Мы там были. Первый, какая сложность? Наверное, в первой. Тут же их еще три вида. Но теперь пожестче они должны быть. Совсем пожестче. Ну, сейчас глянем. Пока вроде бы раздамаживаются. Нормально раздамаживаются. Нет, что-то мне кажется, это тот какой-то был подозрительный. А, мостик наверх. О! Ну тут лут уже круче, я смотрю. Тут намного круче лут. Причем так намного без вариантов. Ой, вы чё не ложитесь? Вы чё не ложитесь? Да, я вообще не могу понять, что происходит. Все мельтешит, прыгает, прыгает, мельтешит, непонятно где, кому, куда. Так, ну здесь мы вроде все пособирали. Так, дальше я собираю их вперед, посмотрим, может быть, давай. Сейчас получится их. Блин, знаешь, вот этот вот. О, тут их до хера сейчас соберется. Да, вот тут их сейчас до хера соберется. Может быть, но у меня тут какая-то ловушка была из строй. Так, а ты где? А, во, лутаем их. Ой, блин. Так. Жесть, вот это красиво, такую толпу. Так, красиво и очень быстро. Ага. Так, у меня какие-то навыки появились. Да, прокачивай ты, скорее всего, 16. Да, ты 16.
А я что-то даже их как-то не глянул. Ой-ё. Так. Ну я-то получается... Ты немного загрел их. Вблизи какой-то лавочки вообще. Ой-ой-ой, они этими бомбами, паскуды, так сносят жестко, что дай боже. О, слушай, может у меня тогда под... Чего тебе? Напоролась там бомба? Да, скорее всего, это мелочь вот эта паршивая, она бомбами так раздамаживает неприятно, что дай боже. О, босс. Опять рыцарь? Босс прям на тебе стоит. Видишь? Ну, у меня, по крайней мере, было так. Ого, вот это же я его сейчас утой. Смотри, кровотечение, это интересно, твое или мое? О! Блин. Не, это так с виду оно хорошо так полетело, на самом деле. Вот сейчас, по идее, он чем-то бахнет. Хотел бахнуть. Он меня бахнул на 150. Да слабенько он. Слабенько. Мог пожестче, конечно, всадить. Бальгейн. Я вам не прощу. Не прощатель. Не прощатель. Так, я тут собираю все, что возможно и невозможно. Кахар предал нас. Кахара. Так. Кахар. Делаю вид, что ничего не слышала. Алам барам бару руру. Да, 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 да. Ахам барам. Ой, черный волк. Так, я устала. Хочу тебя читать. Да, я тоже не читаю, все проматываю. Конечно, это все вроде не так уж и много, но... Диалога, сколько здесь диалога. Чего? Блин, чего? Ты знаешь, это прикольно по ролям, типа. Ага. Знаешь, как видел, манга, типа, читают игры, типа, как под мангу, что-то. Ага, ага. Да, знаю, ну, знаю, такие варианты. Это не... Я... Так, я заданий набрал, вроде все набрал, кучу... Так, а я только выхожу, я тут читал. Так, собрать... Блин, что происходит? А что происходит? Какая-то случилась... Тут зеленая какая-то лоликонщица 65 уровня. Зеленая в кислотном костюмчике. Кошмар. Так, значит... Так, я взяла тоже тут еще задание. Давай тогда их делать, потому что я вижу, мне какой-то тут, короче, собрать перец нужно. А, нет, так, сейчас здоровая я пища. Качну. Так. О, дерево появилось, Ань. Опять, что ли? Да. Апельс... Ну, дупли его пока. Ну, я... Так, слушай, у меня какое-то новое оружие. Противотанковый снаряд, как тебе назвать? Ого. Ну, жесткое что-то там. Так, вот я, короче... Ой, взяла, закрыла. Прикинь. А магнум, это где он вообще? Что за магнум? А, на Е магнум. Я хочу, наверное, дробать. А, новые как-то навыки? Надоел, ну что-то. Так. Тебе бы еще что-нибудь с отскока-прискоками было бы тоже неплохо, как вариант. Потому что, я смотрю, вот если тебя там зажимают, конечно, тебе там жестко приходится. А так, отскок-прискок. Да, да, действительно. Знаешь, я хочу, чтобы мины вот эти почаще. У тебя, кстати, на пробел что? На пробел у меня кувырок. Ну вот, можешь как-то с этим кувырком вперед-назад, вперед-назад. Блин, а народу там мало, тут мы это дерево пинать будем 2 часа, в принципе. А сейчас прибегут. Не, знаешь-ка, я, наверное, слушай, на... Так. Подожди, а я... Ну и сейчас вообще пенсинок не дают что-то. Только те значки клана, правда, дали какой-то золотой знак клана, вообще жесть. Так, а ты где там у нас? На дереве. Ты, кстати, мини-карту можешь включать и бежать. То есть оно работает. При мини-карте можно спокойно бежать. Ага, так дерево что... получается всегда в том же месте. Да, это не проблема. Ну, может быть, еще в разных, там, типа, в разное время дня. Я не могу выбрать дерево. А я тоже долго выбирал, пытался. Это надо подойти как-то спереди дерева, то есть, ну, чтобы оно было... Все. Вот. Я сейчас, наверное, вот этот пейс, то бишь пробел. Ага. Перетовый. А пробел нельзя, кстати. Бахну. Пробел... Да, а можно через настройки. А, вот так вот даже.
Это, ну, может тоже подумать что-нибудь вместо прыжка вот этот сколько сделать, потому что, ну, вообще никакой, мне кажется. Ту же ульту попробовать. Смотри, смотри, смотри. Модус. Всем привет. Залетайте на стрим. Ежедневные стримы по этой игре, типа. Ага. Ишь ты, как говорится, популярность нашел. Нафиг иди, сами к нам залетайте. Чё это мы к тебе должны залетать? У нас не хуже, даже лучше. Модус, видишь ты, модус. Мобиус, нашел тут, блин, Нео. Нашелся. Ничего, мы тоже сейчас раскачаемся. Да, ну будем. Видишь, вот, видишь, как делать получается. Кстати, я смотрю, с этого вообще апельсинов не падает почему-то. Зато я вижу тут какое-то изучение дерева. Деревьев плюс один у меня постоянно. А ну вот и значки. Какой-то клан получил. Да, и значок клана почему-то столько его сыпется, что прям не могу. Пластина. Ну, изучение дерева, я думаю. Че, последняя фраза съехалась? Изучение неплохо дерево. А, да, вот оно, конечно, идет хорошо. Но все равно долго, блин, мы тут, наверное, минут 5 кошмарим это несчастное дерево в толпу. А вот смотри, народ подбегает. Да. А, наверное, знаешь, это специально. Смотри. Так это специально, наверное, под конец. То есть сейчас за плюшками. Они, смотри, они на середину прибегают, когда начинают, кстати, апельсины нормально. Ага. Я только что поймал лампас. Нет, мне ничего не давали, к сожалению. Но видишь. А я мышкой кручу. А он не перестает бить, если мышкой крутить? Нет. Ты, главное, не щелкай, просто... А, да, вижу, да, есть значок железного клана. Интересно. Получается, подкручиваешь, мышка, видимо, срабатывает, что? Да, то, блин, что... Блин, ну не знаю, это я так думаю. Не знаю, но надо будет попробовать в конце так. Потому что, реально, когда там плюшки будут сыпаться... Давай, может, что-то интересное. Что мне показалось первый раз, когда мы рубили дерево, там такие ящики падали. Да, вот мне сейчас огромные апельсины выпали. Нет, все-таки надо как-то клацать. Вот сейчас что-то тоже выпало. Не, просто когда ты клацаешь, то получается ты с дерева уйдешь. Не, я имею в виду крутить мышкой надо, именно чтобы забиралось. Вот я только что тоже сейчас забрала. Вот, я тоже кучу сейчас всего опять собираю. Забрала. Вот сейчас... Вот сейчас будет самый лут. Смотри, я собрал что-то. А, правда, мало. Лампасы, огромный апельсин. Блин, я как бы собрала вообще нормально. Ну и ладно. Смотри, какая-то ракета. Ага. Короче, пособирали. А, так, да, мне нужно... у меня новые костюмчики, кстати, наконец-то. У тебя новые костюмы, прикольно. Да, а как отмечается? Как перец отмечается, я могу интересно. Починить. Блин, вот этот стрёмный вообще не буду починить. А, вот как он. Есть беседа. Блин, а как качать? А что именно ты хочешь прокачать? Развитие. А, развитие? Ты, может, очков не хватает? Не, нормально, я поняла как. Повышение ближней защиты. Вот это я, наверное... Да, я тоже, кстати, его прокачивал, потому что всё-таки... надо, особенно мне, на ближнике. Ты-то сдали еще куда не шло, там дуплишь. Мне показалось, что я это вообще вблизи ни о чем. Ну, в принципе, да, у тебя ж как-никак так купить. Ты прикинь, я какую вещь подобрала, мебель. Да. 243 он мне за здоровье дал. Круто, что могу сказать? Интересно, где только подобрала? Вот это хороший вопрос. Так, стоп. Мне надо что-то там купить у такого-то рецепта рыбы в своем соусе. Магазин рецептов. Рыба. Кулинария. Так, а мне тоже, кстати, надо... Рыба. Так, быстренько. Надо как-то быстренько, мне кажется... Блин, сбор перца у меня еще есть. А вот я перец там нашел. Там на карте он отмечается какой-то непонятным желтым или красным каким-то, короче, херней какой-то.
Стоп, я только что рецепт взял, купил, 100% я его купил. А куда оно у меня ушло? Чисто интересно, мешок великолепных камней на природе. Что-то там мешок какой-то получил, подтвердить. Есть, подтвердить. У меня такое чувство, что... Что? Что как-то собрали перец. Не-не-не, там должен быть где-то. Ну вот, купил. Вот один есть, и его только что собрали. А, ну... может быть. Так, принять. Во, вроде бы я его закрыл. Приготовить рыбу в соусе. Интересно, она у меня открылась? Рыба в соусе. Да, изготовить открылась. Отлично. Да, с рецептами тут, конечно, маналово. Это как в Архейдже. Либо как в Рифте. Там тоже. Только тут упрощенные, но все равно много. А там вот... Мне кажется, или народу стало больше? Интересно, народу неужели прибавилось? Да, мне кажется, это вот, видимо, они бегают. А, ну, как вариант. На эти вот такие, типа... Что это такое, не знаю, типа дан, как дальше? Ну да, как вариант. Типа ивента какого-то вот, собрать. Это. Да, как вариант, кстати. Апельсин-то этот. Надо все материал слова, тоже раскладывать, чтобы ну, ресурсы иметь. Так, и развивать сразу. Там, что? Видимо, как бы дальше-то вот эти ресурсы, тут огромное значение. Да, я тоже думаю, на более высоких уровнях шмотки. Но это ж надо будет по 120 раз проходить одни и те же данжи, чтобы оно с них сыпало. Хотя, по идее, проходить это громко сказано. Тут, блин, его пробежать за 3 секунды можно. Пробегаешь до концовки, собираются все, ждешь секунду-две, когда собираются все остальные мобы, и срезаешь всех одной очередью. Так что тут прохождение это громко сказано. Не, может, конечно, дальше что-то будет и довольно-таки жесткое, но пока ни о чем. Я сейчас сбегу в город, сдам задание, потом уже прибегу, сделаем этот, как он называется, который ивентовский, данжевый, короче. А ты там что делаешь? Да я тут что-то как пытаюсь какой-то рецепт найти. Рыбный? Да. Рыбный надо купить. Там пишется, вот что, вот. Короче, надо купить его. Только у кого? А у чувачка там он на карте должен показываться. У него же, что ли? Да, для входа в подземелье. Блин, я от него, главное, ушла. Помощь осколков измерения. Кстати, я дошел до квеста, где объясняют по поводу осколков измерения, которые, помнишь, мы спрашивали? Ага. То есть с помощью него можно с этих осколков сделать данж и войти туда. Чтобы использовать врата измерения, нажмите правую кнопку. Так, мыши. А что мне за рецепты надо? Рыба в соевом соусе? Да, рыба в соевом соусе. Соусом то, блин, короче, в этой фигне я тут пока читаю одно, еще и выговорил второе, машин для изготовления измерений. Я... Ну нажал. Так, ну я в это пила, в общем. В соевом соусе, рыбочка наша, да. Так, изготовить. Ой, есть. Прямо-то. Стоп, подожди, нет, так. Что-то не хватает. Блин, теперь приготовить рыбу. С помощью правого кнопки выберите осколок подземелья, который хотите использовать. Вообще должна, по идее, хорошо как управляться с готовкой. Вот мне интересно, я сейчас выкинул? А нет, не выкинул. И изготовить. И что надо нажать? Ну как-то у меня все это проходит не очень. Но нажал изготовить. Причем несколько раз. Че она не изготавливала? Помнишь эти хрени, такие кружки? Что чуваки выставляют, типа измерения. Вот там вот эта вся фигня и делается. Правда, я еще не до конца вдуплял, но вроде ничего тяжелого нет. Блин. Короче, 6 минут это. Да, долго, согласен. И что дальше? Вот мне как-то чисто. Это очень долго. Чисто интересно, но я сделал эти врата вшивые, и что? Ладно, попробуем квест. Давай, принять. Открыть что? Инвентарь. Что-то там, зайти куда-то.
с этим, конечно, тупняк. Причем капитальный тупняк. Вот ты сейчас эту же херню делаешь, что и я. Только я тебе советую отойти подальше, потому что если она здесь застрянет, походу, вот у меня застряла только что. Я вот не вдупляю, как она ее может сделать или закрыть, потому что... Тут ты видишь, вот я открыл херню какую-то? Она у тебя открыта, нет? Да-да-да. Вот я открываю. Вот и самый прикол, что я зайти в это говно не могу из-за этой кобылы. А, нет, получается... Так. Вот как... Она говорит, что вам надо изготовить. Да, сначала изготовить, а потом войти. А у меня вот нету такой. А там не такую, там любую можешь закинуть, и по идее все. А, да, любую. Ага. А я прям, прикинь, сижу и ищу, как пазл. Так, я тоже самое. Я потом чисто наугад тыкнул, подумал, что выкинула. Нет, она туда закинулась. Так, и что в итоге? Должен зайти в это измерение нестабильное, паршивое. Да? Только как-то надо что-то там нажать. Откройте инвентарь, используйте врата измерений, войдите в нестабильное измерение сад. А вот как... Что? Открыть инвентарь? Да, откройте инвентарь, используйте врата измерений и войдите в нестабильный сад. Хорошо, а как открыть инвентарь? Почему инвентарь не открывается? А у меня инвентарь не открывается. То же самое, такая же херня. Стоп, а вот теперь? А теперь вроде открылось. Да, теперь открылось. Так, может, теперь это время? У меня вообще ничего не работает. Отойди, просто чуть дальше как-то, я не знаю. Может, я не знаю, так тоже... Они все закрылись? Да, то же самое. А ну, я куда-нибудь подальше, сюда, допустим, встану, может быть, где-то здесь получится сделать. Потому что я тоже не вдупляю, что за фигня. Нет, ну они-то в самую толпу заходили. Не, ну, может быть, чисто возле чухи ей не нравится, что как бы возле чухи. Я-то открыл возле чухи, ты-то там дальше нормально открыла. Так, где это? Ты зашла? Ну, вроде. А вот я нет, я не знаю, где это. Я, так, вот, я внутри. Итак, ребята, поехали. Ну вот, я эту херню открыл. Так, закидываю сюда какую-нибудь частицу, изготовлять, есть. Все-таки, да, я был прав, из-за чухи паршивой она мне не давала пройти. А, слушай, тут... Что там? Тут, короче, приколюшки. Если честно. О, тут ловушки. Сейчас увидишь. Ого, у меня еще первая бомба вся моя была. Я там, короче, напоролась на бомбу. Я тоже вначале на бомбу. Вижу, блин, тут ну ловушки вот какие-то есть. На ловушки, да. Я уже 6 раз ими. Нет, я еще даже ни разу толком не запоролся. Нет, я не запоролась. По голове просто отхватило одну. А-а-а. Прилетело немного, да? Да. Так. Тут, ой, блин. Жесть, такие мягкие игрушки. Прикольно, прикольно. Ну слушай, я так полагаю, мы сейчас как бы... В разных. В разных, но по идее потом можно, наверное, будет один и... Да, да, да. Хотя я не уверен насчет этого, вот именно вот насчет этих. Мне, короче, поддали сейчас. Просто жестко поддали. Мне тоже немного прилетело. Чутка. Мне на пол хп прилетело, и кто-то поджает просто. Раздамаживают, да? Я даже не понимаю, откуда это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там ловушки, куча ловушек, наземных, напольных. Ооо, чёрт. То есть тут лучше поаккуратней. Ой, еще и бомбы, ё... Не, я пока держусь. Ещё не пришло. Главное очень аккуратненько этим всем делать. О. Теперь я понимаю, что я зазря отказался. Зазря отказался чё? От дробовика. А-а-а. Так ты ультуй чаще. Я вот сейчас ульту прожал, босса на пол ульты и прошло. Слушай, вообще молодец. Ты, я что не за... Я, блин, прожал ульту пол... себе. Чё? Не, босс... Короче, я, видимо, сейчас кони двину. Отхиливайся, убегай. Отхиливайся и убегай.
Так, ну меня, короче, спасли хаски. Хаски, няшки. Ага. Собаки. Ой-ой-ой, так, а ловушки неплохо дамажат. Еще не пришло время. Или нет? Единственное, что меня очень не радует, как у меня мана уходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ловушки как раздамаживают. У меня вот... Ты, у меня мана вообще на... тут ловушек. Так вот, я же говорю, ловушки раздамаживают, блин, жестче, чем... Да-да-да, сам босс, а я-то или... думал, что это они меня месят. Нет. Ох-ох-ох, тут какая-то улитка вшивая. Какая-то вшивая улитка, и она меня очень-очень неприятно раздамаживает. Интересно, у меня получится ее раздамазить жить? Еще не пришло время. Я даже вообще не знаю, я в общем... О, я раздамажил! Что? Прикинь, я улитку раздамажил. Все, все остановилось, ловушки остановились. Все исчезло. Походу прошел. Не, меня вынесли в углу. Да, кстати, вот когда он там зажимают, это тоже торба. Так, да. Что вы мне хотите этим сказать? Что я могу что-то улучшить? Да, что-то могу повышить, дальняя защита. Я, получается, по сути дела, если... Ну, если меня в угол, короче, за это... Ну да, там поэтому... Затащили. А я ж тебе говорил, короче, по поводу перекатов. Я ж тебе говорил по поводу перекатов, чтобы ты могла, ну, текать. Да-да-да. Мне как научиться пользоваться теперь. Вот-вот-вот. У меня просто сам по себе класс прыгучий, поэтому... чё за нахер? Почему меня в начало данжа закинуло? Или что? Как теперь отсюда выйти? Так, вообще без понятия. Ребята, а как это покинуть? Наверное, покинуть подземелье, потому что диалог с учителем Семяром какой-то там. Ладно, покинул, там, если что, потом создам еще один. Так. Чё ты меня не покидаешь? Ты тварь. Так, ну я, короче, конечно, раз умер. А у тебя засчиталось, нет? Видимо, первая ступень. Да вы что, шутите? Да, вот я же говорю, может быть там, я не знаю, у меня тоже такая же фигня, что потом вроде дальше можно было пробежать этот же данж. Я вот не знаю, на более высоком так, типа уровне или как? Пробую, конечно. И посмотрю, что здесь. Я просто взяла дробаш. Так. Ну, отличненько, я сдал. Я сдал. Так, эту вшивую рыбу надо в соусе дозабрать. Да, я ее забрал. Получил уровень. Так, все надо заплюсовать. Все навыки по максу. Почему бы и нет? Тем более он мне позволяет это, скажем так, тачки позволяют. О, что-то еще и новое получил. Интересно, что это за навык? Так. О, я не знаю, но пассивка. Меня почему-то второй раз пошло. Пассивка, это хорошо. У меня был выход, как бы. То же самое, я вышел, я просто вышел. А. То есть я просто вышел. Так, а меня выкинуло на начало. Меня тоже. То есть, ну я прошел, зашел в эту фигню и меня выкинуло. А, в смысле? Ты опять, короче? Да, в начале. То есть, хотя я прошел. Хотя я прошел, то есть меня все равно закинуло в начало. Я не знаю, может это глюк какой-то или еще что. Там есть типа на эскейп выйти из подземелья. Может это уровень 2 или еще выше. Ну вот я хочу посмотреть сейчас, что будет. Хотя бы ради интереса. У меня сейчас написано испытание, ступень первая. А-а-а. Просто я не знаю, как было в первый раз. Не, ну там может всякие ступени 2, 3, 5 и выше и так далее. Но пока вот... С удовольствием съесть рыбу в соусе. Но окей, так и быть. Да ё-моё, ловушка это. Ловушка убивает реально быстрее, чем они. Что правда, то правда. Тут я как бы и даже не спорю. Раздамаживают ловушки очень жестко. Тут без вариантов.
Так, нужно завершить. Завершаю. Рыбку съели. Все четенько. Хочу навык новый появился. Хочу его потестить. Я что-то не могу потестить. Такое ощущение, как он как пассивка. Метка охотника. Блин, неужели она не идет? Нельзя использовать. Ну и ладно, бог с тобой. Нельзя, так нельзя. Так. Ну я, в общем, тебя жду возле врат. Потому что, в принципе, я все квесты сделал. Которые плюс-минус можно было сделать. Так что, можно сказать, я тебя тупо уже жду. Короче, ты готов там, да? Да. Добивай я пока тут навыки, там еще что-то, где-то улучшить, где-то что-то. Ну я сейчас допройду, уже дошла. Да, окей. Последний. Подогнать и так далее. В общем, буду сейчас пока и выравнивать. Посмотрим, что сейчас вообще выйдет из силы. Ага. Ой, что выйдет, я сразу же врезалась в ловушку. И все. Так, эта фигня у меня ее нет. Ё-моё. Скоро я умру. Хилься. Хилься. А, что-то громко. Во, вот так вот нормально. А то прям микрофон получалось, говорил. Сердечки эти еще за что-то идут, которые, блин, нашли. Нет, главное, босс-то он тот же самый. Ну так он может быть усиленный? Не знаю. Пока не знаю. Я просто... беги! Бьют, скажи, бьют, Да вообще, блин, ловушка меня... Навыки. Изучение деревьев, у меня уже 4 уровня, нифига себе, ускоренная рубка леса, плюс 2%, прикольно. Так, что у меня еще интересного? Бой. А, бой это навыки. Бой это уже у нас навыки. Хобби у меня. Где эта кнопка-то? И измерения, я не знаю. Все, я опять прошла, короче. Не опять, а снова. Молодец. Да, не опять, а снова. Молодец. Снова получаешь. Чухай, сдавай это все. И потом рули. Я тебе пачки кинул. И пойдем дальше. Надеюсь, я выйду сейчас. Так, куда ты денешься? Да. Так, изучи. Ну, слушай, надо было, однако, два пойти. Надо было что? Надо было два раза пойти, все-таки ступени, видимо, первая, вторая. А, ну я только одну сейчас прошел. Сейчас меня спокойно как бы... Нет, я прошел одну, и меня выкинуло нормально, то есть, ну, как бы... Награда за очищение, коллекционных камней... А я, получается, два раза прошла тут. Ну ты молодец. И потом меня... Ну тебя же первый раз снесли? Ну вот, а я-то с первой попытки прошел. Правда, так меня убили? Я в первый раз прошла. Подожди, ты же говорила, что тебя там задубасили. Ну и что, потом воскресилась, и там же опять босса убила. А-а-а. Шмота там набрала куча. Ну вот, чётенько. Кстати, достижение что-то там получил. Короче, тут у меня коллекция камней. Камни, что-то какая-то фигня. Швыхня. Ну тут... Куча всего. Да. Не, ну в принципе, может быть, не такая большая куча. Может, это нам так поначалу кажется, что куча всего. А на самом деле потом там, знаешь, когда уже все будем знать, раз, два, три нажатия кнопки, и мы уже все везде сделали. Как бы и дальше тупо ни о чем. Ну да, хоть бы. Хоть бы, да? Ну, может быть. Так, ты там где, кстати? Так, а я сейчас. Сейчас. Так. Я, получается, куда сейчас бегу? Ну, по идее, если тебе туда же куда я нет... Я на центральной площади. Вот, тебе, по идее, осмотр перешейха нужно будет. Задание. Теперь я захожу вот сюда. Сейчас вхожу в академию. Так, и бегу, давай. Получается, к направлению к тебе. Интересно. Где? У меня три задания. А, рыбу я так... Рыбу схавать тебе? Ну, сначала забрать, потом схавать предложат. И тогда ты их выполняешь. Так, новый уровень хобби у меня. Так, а что-нибудь тут тоже схавать, похаваю, да? В принципе, нафиг мне экономить.
Может, конечно, и зря, но пока не хочу экономить. Буду их хомячить. Ну, рыбу я съела. Ну все, квест должен был быть закрыт. Ну или ты сдаешь, да, и тогда закрываешь. Самое прикольное, у меня, блин, 45 бутылок аптечек и 52 маны. Еще и средних там, блин, куча. А у меня малых-то вообще там зашквар. Да. Так самое прикольное, вот мы сейчас... А обычных не так много. По идее, проходим данжи простые, нормальные. Я вот представляю, каково нам будет, когда мы сложные начнем шкварить. Вот там вот будет весело, я тебе кричу. Ну тут осталось уже чутка, тут два данжа осталось, и мы эту карту, по идее, ветреный сад заканчиваем. И можно тогда будет развлекаться на высоких уровнях. Надеюсь. Ну... А у нас какие там уже, 20-ка есть, нет? Уровней? Нет, у нас вроде бы, сейчас скажу, вот у меня, подожди, вот я вот постоянно путаюсь, ранг и уровень. Уровень у меня, вот тут, конечно, хрен просышь, какой тут уровень. Ну вот, уровень 16, желтая полоска. А, вот, увидел, да, 16 тоже. Смотри, как молодца. Ну что, а, так, увидел, тебя увидел. Искать? Я тебя увидел, приглашаю. Надеюсь, это был ты. Да. Так. Поехали. Так, перешейх. Я не знаю, на какой сложности. А, перешейх, ведущий в лампас выше. Высшая сложность. О. Ну, по идее, сейчас развлекуха будет. Сейчас соберу. Собираем, собираем. Вас собираем, как собираем. А потом вернусь за, как говорится. Ух, тут я, блин. Начало карты, сейчас чувствую, пробегусь. Жесть, Анька. Они жесткие вообще-то, или это меня просто так... Так, собрал? Да, давай пока мне с этого хватит, я думаю. Ты где? Я тебя вообще даже не вижу. Давай, 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 давай. А? Это просто из-за них тянешь? Не-не, это ты там расклепала толпу. Вот сейчас бежит самое основное впереди. А, да? Да. Ты вот тормознула немного, а вот тут? Нет, я просто думал, ты там тоже где-то в этой толпе. Не, я ж еще дальше даже шел. То есть ты расклепала, ну, как бы... Честно, тут даже не видно тебя. Еще так много, да? Их просто толпа. Так, побежал я немного, собираю, что не дособирали, плюс тут половина еще этих чувачел. Они, кстати, это, я там... А что ты там их? Я сундук открывала, получается, и они прыгивают. Ага, да, было пару. Самое интересное, я один сундук, по-моему, дважды. Может быть, глюк какой-то. Кажется так. Фиг его знает, глюк. Или правде кажется, а, тупое растение, сейчас бахнет. Так. О, босяра. Да ты шо, давай, моя ульта против твоей. Ихо-хо, ухо-хо, о-ту-ду. Кого ждать-то ты, бомби? Все? Все, бедняга, так это был промежуточный. Ишь ты. Да, я поэтому что-то как-то даже не одеваю. Вот смотри, оранжевая какая-то штука. Нет, у меня ничего не выпало, это у тебя. Ну это камни. Ну тоже неплохо. Я все шмот жду. Ага, а тут же вместо шмота как раз вот эти камни нужны. Тут весь зашквар. Ох. О. Ага, внезапненько. Правда, вот там это... я тоже бежала, что-то открыла. Это им не помогло. Такая же встреча была. Да, раздамажили прям на ура. Самое прикольное, у меня все притягивающее. Вот тут сейчас тоже какой-то золотой камень был. Притягивающее и раздамаживающее такое. Эй, не туда. Еще не пришло время. Так, разбросали все. О, вот тут босс будет. И кто у нас там? О, девочка какая-то. О, это девочка, которую я... Прикольно. Так, девочка.
Слушай, я даже не вижу. А я ультой пошел ее и раз... Ой. Она тебя раз... Смотри, неплохо так. Все, сейчас мои хаски. Ой-о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 й, чем это она так хорошо, красиво так раздуплила? Вот а мне нравится, я когда в ульте, его вообще даже не влияют. А, ну это, конечно, весело, но, блин, она меня чем-то какой-то фигней заультила и чуть не размазала. Он, получается, посерединке у меня стоит, бегают пачки. Вот мне интересно, вот у меня, блин, какой-то навык появился, я его не могу вообще использовать, даже сейчас не могу использовать. Что это за херня? Объекта нет, надо будет потом проверить. Это типа, вот, знаешь, как это, пассив, ну не пассивок, а вот рык, что на противнике больше урона прилетает по нему. Да? Честно, как-то не. Ну я вот сейчас не успел, блин, воспользоваться, блин, подзабыл. А потом уже, когда раздуплили, уже нельзя было. О, я прокачался. Да, я прокачался, круто. Сейчас залью. Не, мы прокачались, да, нормально. Да, походу. Да, вот сейчас вот приравнялось, и, по идее, сейчас будем уже идти вровень. Только навыки надо доливать. Да, я вот, у меня куча навыков. Ну, пока бесполезно. Вот только один из хороших был, все остальное пока ни о чем. Так, сейчас я как-то посмотрю. Вот мне по... Да, смотри, я пока подожду. Я посмотрю, что у нас вообще новое открывается. Он, конечно, медленный. Нам надо время отката 4.5. Средний перешейх, ведущий. А перешейх. Вот гранаты. Это редко. Что? А, эска это. Ага. Надо все-таки проверить, будет этот навык. Что такое? Никого нет. Вот этот развивать надо сейчас. Так, что выбрать? Защита. Блин, а, тут. Сколько так, у меня всего здесь? Так, мы сейчас. Пистолет лучше. Вот только не знаю, что здесь. Ближняя атака, дальняя или крит. А ты, ты ставь, я не знаю, как тебе удобно по стилю игры, потому что... Я пока даже не знаю, крит лучше. Ну, я сейчас крит бахну. Ну, крит тоже ставь. Так, у меня, кстати, новые тут... Получается плюшки. Я тут кучу уже разобрать. Тут, блин, на разбор у меня куча всего. Так, развитие карты. Да, у меня тоже только на разбор. Я вначале подумал, что там. Измерение этим. Увы, ах, ну нет. Ага. В общем, как будешь готова, скажи. Я нас запущу. Какие-то мешочки, ты их вообще открываешь? Да, я и хавчик хаваю, и мешочки. А почему бы нет? Смысл их держать? Вот, честно говоря, вообще никакого не вижу. Поэтому я и рыбу, и всю эту ботву я добиваю. О, когти могу улучшить. Вот это уже интересно. Так, усиление ближней атаки, усиление дальней атаки и крит урон. Я хочу этот шмот получать себе, у меня чуть не хватает. Да, я вот, кстати, сейчас себе тоже когти улучшил. У меня тоже пуху дали, ага. И, кстати, походу, когти по максу улучшил. Коготочки улучшили по максу. Нет, так. Я думаю, все-таки не по... Чего еще раз повтори, пропало? Не по максимуму, мне кажется. Ну, не по максимуму, но просто они у меня совсем исчезли из-за улучшения. Тут же тоже, а, смотри, да? Некоторые шмотки редкие, уникальные и уникальные вообще. В общем, редкий 7-й, потом 10-й и 13-й уровень. Вот, скорее всего, я так улучшил свои когти, что они по максу прошли. Потому что у меня, допустим, сейчас еще одно ожерелье, которое до 13-го уровня доточил, тоже исчезло. Может, у них все-таки у низкоуровневых шмоток есть ограничения? Да, 13-й предел. Вот, я же поэтому же говорю. Да, вот я даже сейчас на шмотку смотрю, у него 13 уровень максимальный, типа, предела показывает. Так что потом уже только новые когти, уже разрывающие. Ну, возможно, что-то дадут, да, потом. Ну вот. Так, ты готова? И дальше, и дальше. Или еще пока так, нет? Ну, я сейчас последние мешочки. А, окей, окей. А то как-то у меня место... Все в этих мешочках.
Я такое чувствую, что я один мешочек. Один мешочек чего пропадаешь? Мне такое чувство, говорю, что мешочек открывает. Ага. А в нем еще как будто бы еще один мешочек. Да, кстати, и так, короче, да. Туда-сюда по кругу получается. Ага, согласен. В некоторых такая фигня и идет. Вот, допустим, у меня необработанный камень природы. Куча выпадает, вроде бы как тоже как какую-то фигню, которую можно открыть. Ой, нет, слушай, это, короче, бред. Открывайте, чтоб еще что-то открывать. Всё, что-то надоело мне. Да-да-да-да. Да, потому что реально сейчас по кругу. Ну, ничего, это уж тогда потом. Ну что, погнали? Да. У меня хобби куча появилась. Так, средние, поехали. Хаял. Ага, ага. Так, это средненький лампас. Ой, какая-то сексуальная мышка была. А, там где-то там. Так, хуя. Ой, это гранатометчики. Вот их надо первыми сносить, а то они бомбы эти паршивые бросают, потом жесть. Еще появились. Да пусть появляются. Всех раздербаем. А я уже такая на расслабоне просто. А, да. Даже мышку опустила. А, кстати, навык хочу проверить. Что еще раз? Навык хотел проверить, но он какой-то фуфлыжный. Вообще, не анимации никакой. Он, знаешь, так, типа что-то в него типа плюнул, даже не кинул, а тупо плюнул. Вообще ни о чем анимация. На, ну еще раз проверю, на дня. Да, вообще ни о чем какая-то анимация, это типа на боссов или еще на что-то. Вообще мне не нравится, навык говно какое-то. Ни о чем, не, ну серьезно, вообще такой плювок, вот реально, как будто он плюнул, харкнул. Среди, блин, атак там такая, блин, анимация, жесть, а тут такой пью. Ну у меня как-то, видишь, сильно нет анимации. Стреляет и. Не, ну это понятно, у тебя ж как бы он, ну а что там? Разве что разные цвета выстрелов, может какая-то там ударная волна, ну, да, или еще что-то. Синенький, зелененький. А так, в принципе, больше ничего не добавишь. А, чуха сейчас. Ты босс, что ли? Да, чуха. 5000. Красотка. Да, это. А я ее зажал. Подожди. А где эта тварь? Что-то она такая мелкая, она куда-то убежала. Я просто... Вот как так? Я вообще ее не вижу. Ага. На тебе граната раз... Получай, твою... Ой-ой-ой, она вот это ультой паршивой раздамаживает неприятно. Ну я успела кидануть этот... Гравитационный... Черную дыру, как я ее называю. Да-да, так она такую же кидает. И самое прикольное, она тебя надуплила прямо жесть. Смотри, у тебя полжизни нет. Да, если тебя так кошмарить будут и дальше, это будет, конечно, жестко. Ты тоже пропал, блин. Ты тут? Да, я здесь. Вот он, я внизу. Нет, нет. Голос. А, голос? Ну, может быть. Так. Сдаем, собираем и ползем дальше. Можно завершить, получить. Так, и что, она больше не дает? А вон там новые задания, два новых задания, по идее, еще. Да, два новых задания. Слушай, а я же срыл. Чего ты? Да рыбу, говорю, съела в соевом соусе, а задание висит. Да. Странно, может это что-то другое? Нет, нет, она... С удовольствием съем рыбу. Ноль из одного у меня опять. У меня и рыбы, главное, нет. О, у меня есть кола с перцем, как тебе? Ага, прикольно, кола с перцем. Да, прикольно, прикольно. Не поняла, конечно, это про рыбу. Ну прочти, открой его, посмотри, что. Слушай-ка, я сейчас опять эту. Прочти, посмотри, что она тебя хочет. Может быть.
Ну вот это же задание. Пробуем поесть, типа. Удачная охота с удовольствием. Цель с удовольствием съесть рыбу в соевом соусе. Может, ты рыбу с перцем типа схавала, поэтому. Так, а создать... откуда у меня рыба с перцем? У меня не было. Да бог его знает, может, и было. Апельсиновый сок. Нет, ну как бы нет, у меня есть сельдерей. Апельсиновый смузи. Всякие коробки там, т.д.п. Ну, тогда делай эту фигню повторно и уже. Ну да, я поставила, конечно. Ну как-то странно, я точно помню, что я ее схавала. Глюк? Либо глюк, либо еще там что. Там же еще при всем при этом, когда съешь ее, там что какое-то добавилось там. Ну, я же говорю, глюк. Сколько-то там минут. Скорее всего, может, и правде какое проглючило, поэтому такая вот фигня. Или, может быть, надо было съесть и сразу же к ней идти, а я не пошла к ней, ушла в задание. Да, типа, и оно закончилось по времени. Потому что в этот момент как раз таки летели. Да, как вариант. Ну, сделай еще одну. Так, знаешь, что я еще сделаю? Я сделаю по себе. Кого сделаешь? Силу защиты на 61 подниму. А, давай. А мне пока надо сделать апельсиновый сок. Я его делаю. Сколько оно будет у него делаться? Генерация, наверное, АЗ сделаю. Давай. Не, я сейчас пока все в АЗ просто влипаю. У меня сейчас жизни уже 2000. Потому что я смотрю... Ну, у меня 1800. Что защита, как бы, в принципе, не особо влияет. Всякие регенерации мне тоже, как бы, не поможет. Если меня будут пихать там, блин, дамажно бешено, то, в принципе, регенерация мне не спасет. А ну, вот... я не знаю, как бы, посмотрю, потому что меня реально как-то это... Вот этого это... Знаешь, я еще хотела что-то поднять. Все-таки мне магнум. Так, нет, не магнум. Снайперка все-таки куча, чем это противотанковый какой-то там снаряд. Mm-hmm. Ты смотри, еще по урону и что делают. Чепухня. Не, ну урон-то у них такой неплохой, везде 300 там. Просто смотри, ты можешь... Он от взрыва тут вообще 1100, блин, вот этот снаряд. Ага. Противотанковый, ну какой-то он... Как-то не знаю, беспонтовый что ли. Может, ты переагриваешь просто из-за этого? Ну, атака получается, у меня вообще атака, смотреть по каждому, 1300, короче. Ага, ага. И вот такие все они причем. Согласен. Такие они жесткие прям. Ну, вот не знаю, мне снайперка больше нравилась в предыдущий раз. Короче. Ну, ставь, конечно. Так, ну вот эту вот срамоту я что-то не хочу качать. Слушай, а у тебя, как это объяснить, ну типа твой шмот, у тебя есть такая, короче, фигня, типа легкая какая-то печать, телец, типа? Сейчас скажу. А, знаешь, не так, наверное, надо полумесяц, Мёбиус, сейчас, телец, знаешь, есть, которая где? Призма и пирамида, так, все, вот, короче, у меня все пять. Которая у тебя, типа, наверху, самая верхняя. Телец. Печать телец. Тоже телец. Да. А сколько она? 42 у тебя? В смысле 42? Сила защиты? Да. 71, и она у меня рыжая. Основной ранг 22. 13 уровень. Ну ты типа качнул его до 13 уровня. Да. Я что-то не... Да. Может, что-то лучше будет, нет? У меня только Мёбиус, печать Мёбиуса. Не 13, а все остальное... А, нет, еще и полумесяц не 13. А, нет, и призма не 13. То есть у меня все 2 из 5 шмоток. 13-го, все остальное, в общем, не докачано. А у меня получается как все 13-го, кроме вот этих двух, потому что мне кажется, что не... Ну, по сути-то, как бы лучше-то ничего не появляло. Ну, как вариант, да. Получается. Пока не дают, а там дальше, когда дадут... Так, знаешь, ну да. Так, завершить, есть. Я апельсиновый сок завершил. Ты там вообще что сейчас выполняешь? А, ты задание делал, да? Да. То есть я поэтому как бы ждал, может, ты тоже? Нет, я, короче, тогда сейчас... Я просто все прокачал от Ташки. Можем побежать дальше? Все, я, в принципе, теперь это... Ну что же с этим соевым соусом? Минуту еще делать.
Ну ладно, так. Где ты? Так что, мы пока собираем, делаем... А, пойдем, пойдем. А, в данж, да? Да, пойдем куда-нибудь сбегаем. Так, перешейх высший. Поехали. Это высший, по идее, с этой девкой. Данж. Так, поехали. Так, я что-то же поменяла местами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ульту не туда бросил. Ну ладно, я думаю, оно еще успеет откопиться. Ой-ой-ой, это фигня бомба бросающаяся. А уже, кстати, заметил, урон не такой жесткий от них. Да ты погляди, этот гребаный цветок. Ага. Кстати, мне сейчас цветок ударил, вообще ничего не... А, ну так ты уже жесткая. Обычно он мне поддавал. Так это ты уже жесткая, поэтому... Да, все-таки снайперка. Ай-яй-яй. Я со снайперки бахнула. Вообще круто. И минус толпа, да? Да-да-да. Причем, что снайперка прикольная, она как бы не по одному. А по толпе дамажит. Если в толпе будет и снайперка ударит, то да, зацепит всех. Да, и как погляди, вариант. Я сейчас намного лучше держусь. Не, снайперка, короче, да. Темная шняга стоящая. И при всем при этом, что она еще их как... Что она их? Тормозит. А, да, вот это, кстати, тема тогда. Я, получается, раз ей ударил, они, короче, все стоят, смотри, ты их разваливаешь. Паскуды бомбами забросали. Надо отхилиться. Да, вот их надо. И либо первыми, либо, как говорится, как-то со спины так. Да ё-моё, мне он цветок. Пинай его, пинай. А самое интересное, что у меня вообще не получит пока никакого. Ну да, не... О, о. Так, ну это не главный бот. Да, тут, в принципе, можно не особо на него. Ну-ка, он жив еще. Да блин, бей его, бей. С кнопками немножко неудобно. А, ты видел, короче, он когда кидает 9, персонаж точнее, кидает 9 бомб, как те. Ага. Как те товарищи. Ага, прикольно, прикольно. Ну да, у тебя что же эти бомбы? Да-да-да. Так. Слушай, какое-то эхо, что ли, появилось, нет? Ну, у меня вроде нет. А, не, нормально. Вот, где-то... Казалось, что-то... Пау! Пау-пау! Пау! И вот это, в принципе, прикольная штука. А, и знака. Голубая волна такая. Тих-тих-тих-тих-тих. Блин, а я обратно от этой яркости немного... Пришло наше время. Да-да-да. О, босяка. Тетка, тетка босяка. Типа где она, короче? Mm-hmm. Вот она. Так, сейчас это супер-супер силу. Я на нее понижалку сразу сейчас. А где эта тварь? Короче. Блин, я полуульты уж... Полуульты ушло в никуда тупо. Ты видел, моя он собака лупит? А ты собаку видишь? Сейчас нет. Ты собачку не видишь мою? Ну, там вроде бы она мелькает, но сейчас я бы не сказал бы, что это именно оно. Да? Да. Не, не интересно, что мы все-таки не... А, не видим, да? Ну, как бы с одной стороны, да, конечно. Держитесь, ребята! Молодец, молодец. Держитесь, ребята! Ребята, держитесь! Все-таки хочется как-то повыделываться же. Ага. Друг друга. Да ты бы, если бы увидела бы мою ульту, там вообще такое орало, он зверюга. Ну, блин, прикольно. Кстати, я с этим навыком наловчился, он только на босса по большей части удобно. Кидаешь, и на него повышение урона идет. Типа этот антибаф или как? Да. То есть повышает не намного урон по боссу. В принципе, так, погоди, удобно. А у меня нет заданий. Серьезно? Посмотри, посмотри. Так, я пока попробую сделать апельсиновое это смузи. Короче, я пошла с этой рыбой разрешу. Давай, давай, а то он у тебя подвиг и все. Так. Может из-за этого у меня сейчас и не. Ну вот она, рыба. Апельсиновое смузи. И где это апельсиновое смузи? Ребята, вы чё?
Да, слушай, реально, он тогда... Я, получается, его захапал, бежал. То есть сейчас она закрылась, да? Да, да. Самое прикольное, мне сейчас, блин, апельсиновый смузи надо сделать. Я что-то не вдупляюсь, где его, как вообще делать. А у меня сейчас какой-то средний лом... А что тебе средний? Перешеек, ведущий в лом... Так, может быть, мы половина заданий, которые, скажем так, вот... я уже сделал, ты только вот сейчас тебе надо будет делать? Нет, они у меня уже давно висят. А, ну, не знаю. И какое-то исследование, измерение. Тогда... Вот они два висят, и... Да. Ну, тогда не знаю. Сейчас, тогда ты будешь, наверное, запускать. А мы были в среднем? Да, мы вот сейчас тяжелый прошли. Самый прикол, что мы сейчас тяжелый прошли. Хм. Нет, что-то, короче, мне кажется, подтянули просто. Да, могли, кстати, могли вполне. Потому что у меня вот эти три задания, вот они... Ну, сейчас пройдем. Сейчас, может быть, это, знаешь, от лидера зависит, да. Кто лидер и так задание идет. Хотя фиг его знает. Нет, ну... Блин, не знаю. Нет, ну вот до какого-то момента вот мы выполняли задание. Ну да, шло как нужно. Ну знаешь, оно раз на раз не приходится. Может быть, блин. Ничего, сейчас еще тогда быстренько добьем и нормуль. Давай. Так, только единственное, я хочу сейчас 5 сек поставить, делать... как оно называется? Ай-яй-яй, не то нажал. Да блин, отвали. Делать... Что делать? Смузи это дебильное. Но тут какой-то продавец у ворот должен быть. Что-то я только не вдупляюсь, где этот продавец у ворот. Вот это что ли? Скорее всего, но... А, вот, есть, вижу, лед. Да, 5 сек. Кстати, Анька, ты выкинь меня пока спать и прими. Потому что, ну, чтобы ты была за главу. А, я не помню, как... Короче, персонажа нажми. А, сейчас. А, так я все уже, по идее, один. Или нет? Да, я уже, по идее, один. Да, я, получается, просто, как сказать, нажимаю на персонажа, выхожу, грубо говоря, из игры. Ну вот, теперь кидай пати и побежали. Так, ты вот он, да? Угу. Кстати, я тоже включила себе примерно. А, это не ты. Не-не-не, я вот, подожди, вот, я вот тут, сейчас, когтями да, блин, махаю. Жесть, скажи, иди кого отличишь. Ты едешь, нет? А ты состоишь? Состою? Да. Да, я вижу, что я как бы в пати. Ладно, так, с значит, персонажи, да? Так, нет, начать, еще раз, вылетаем. Ну я так делала. Сейчас он будет долго прогружаться здесь. А нет, недолго. Все, давай, можешь запускать. Нет, там быстренько, в принципе. Да, да, можешь, в принципе, мне загрузить. Что такое-то? Нет, нифига. А, ожидает ответа. Все. Это я просто навыки пока клацал. А, блин. Ну, надо как-то помедленнее. Так. Что я... О, клацаю. Да, кстати, два новых навыка, 5 сек, я хочу проверить, что за навыки каждый раз. Не врага. Так, подожди. На 10. Вот так он это... у меня этот перешеек. Да, действительно, средний, причем только горит, все остальное вы... Ага. Сейчас. Вот я говорю, вот в тот момент, когда я... Выпила, получается, эту соевый соус этот и побежала. Я задание не закрыла и побежала. Ну, тут, скорее всего, да. И все, и у меня не вот... Сколько раз мы там проходили. Блин. Так, ну что, все, ты готов? Сейчас. 5 сек повышает доп. Урон от кровотечения. 5 дополнительный урон. У меня что-то на кровотечение, я смотрю, половина навыков заточена. А кровотечение у меня, блин, только по идее на одной фигне. Да, кровотечение, удар по земле, так, садует, так. А я сейчас посмотрю, может быть, я его одену, рывок, пронзу, потяну, хотя бы должен.
Меня дважды. Так, фигня. Они как-то, не знаю, какие-то навыки, вот этот вот дурацкий бомбы кидает. Ага. Что-то как-то не нравится. Вот этот, может, надо... Типа не идет, а хочешь сказать? Так, что-то я не понимаю. Не знаю, что вот эти гранаты, она получается с собой кидает это. То есть кругу сказать... получается врагов. Ага. Ну да, если в самом, скажем так, вот мясе. Да-да-да, получается он какой-то. Тогда вот этот лучше сделаю на единичку. Да, можешь, кстати, запускать. Ага. Так, ну я тоже пока смотрел, а сейчас. Так, вот этот почему-то, блин, одна главная не пропускалась. Ну, поехали. Так, 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 так. Позитива, позитива больше. Ага, ага. Активности, активности. Активности. Йо, вот что-то я сильно в активности. Еще не пришло время. Пришло наше время. Это ты это с что? Этих, с моего, это то, что чувак не пришло время, да? А я слышу какие-то слова, ну ага. И... Yeah. Мой-то в основном делает только «Hey! Hi! Boo!» Да-да-да-да-да. А я просто по несколько раз прожимаю некоторые навыки, которые должны пойти по очередности, поэтому... Ой, сейчас какую-то шмотку крутую дали. Ну, блин, у меня сейчас такая попрыгушка. Я навыки немного изменил, сейчас так прыгает ржачно. Но они кровотечение накладывают, поэтому... А ну, секундочку, секундочку. Ну, ты можешь пока пробежать вперед. Так, каждый пример по науке происходит такого. Так, мне надо вот как бы, конечно, как-то вот на эту единичку да. приноровиться, нажимать. Вакуумный взрыв? Да-да-да. Да, прикольный шняк. А вот как у этой чухи. Только надо как-то приноровиться, он получается удобно кнопку. Ну, вот поэтому я так. Все-таки. Эй, что это Зал, было? Что это так? Денег. О! Что за крутящийся? Мини-боссик. Где? Где он? Какой-то крутящийся чувак. Был. Был. Вот, конечно, вот это неинтересно, что так быстро умирают. О, это дура. Которая, блин, босс. Боссико. Босс. На тебе сразу. А я на нее ее ультой. Ультой. А, ульта там у меня нет. Ничего. Так, сейчас кому вакуум. Где она? Попробуем. Вот ее то что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отскакивай. О, отскоком, да, тут отскоком надо ее. Это дуплить. Мой вакуум, смотри, она заснула. Так самый пойми прикол. Ее. Блин, он из-за того, что а, прыгает. А, ты с вакуума вылезла. А, ну не нормально. Самое прикольное из-за того, что он прыгает вот этими навыком, вот неудобно, блин. Вот это они, конечно, не подумали, честно говорю. Вакуум, кстати, прикольно, он и получается... Засасывает и еще эту пилову кидает, да? Да, она прям стояла сколько-то, не знаю. А знаешь, в чем прикол? У босса тоже вакуум довольно-таки жесткий. Вот если попадаешь, когда она вакуум кидает, вот довольно-таки жестко тебе прилетает. На пол жизни как минимум. Поэтому у босса там тоже довольно-таки жесткий. Я не нарвалась. Ну, то она у меня, мы когда проходили, всосала, и там же тренда была. Кстати, стоп, 5 сек. Когда будешь, квест у тебя будет, вход в западный, что-то там, лампас низкий, тогда это уже наш на обоих. Понимаю, тебе еще далеко до него, но в общем, если что. Так, сейчас посмотрим, подожди, подожди, ага, я сейчас дам квест с апельсиновым смузи. Я пока тут общаюсь с людьми. Ага. Так, общаюсь с людьми. Ну все, я в принципе сдал. Апельсиновый смузи мы доделали. Можно рулить дальше. У меня получается все-таки опять перешеек этот ведущий. Только уже более высокий, наверное, уровень. Да, высокий уровень. Так, и у меня еще вот здесь задание. Сейчас доберем. Я пока ресы измельчаю. Это получается расходник. Собиратель апельсинов. А-а. Сейчас быстро бахну. Давай, я их уже, в принципе, сделал. О, мне что-то дали. Апельсинчики. Технологические исследования. Технологические исследования. И что-то там, что-то... А нет, все.
И хобби. Хобби, хобби, хобби. Ну, хобби тут тоже пока не особо что-то. Так, предметов, изготовление предметов. И повышение квестов от спасателя. Ну вот это мы, допустим, сделаем. Ого! И что она теперь предлагает? Нифига себе. А, она теперь предлагает создать сок. Да, смузи или просто сок. Если обычный сок, то это еще нормально. Смузи там рецепт уже надо покупать. Нормальный. Ой, пока такой. Обычный, ну, обычный, тогда я нормально. Так, ну пойдем пока 3 минуты. А, давай, ты поставь на улучшение и все. Запускай. Пойдем в перешеек, получается, в сложный. Запускай. По идее, поехали. После этого надо будет вход в западный вот этот лампас. Низкий. И там дальше уже по возможностям. Быстренько. У меня оказывается... Что у тебя оказывается? Навыки не подделаны, да? Прикольно, да, цветочек. Слушай, у меня открылось просто. Дофигища навыков. Так я же тебе про это говорил, что помнишь, когда навыки сотрел? Слушай, смотри, я что-то... Чё? Синеньким горело, казалось, что-то. Может быть. Ты смотри, там некоторые навыки, как это, под определенные свойства зациклены. Потому что там вот реально, вот некоторые навыки, вот у меня только один навык из тех, что открылся, подходит для пассивок, которые открылись, а все остальное нифига не подходит. Поэтому я тебе говорю, что как бы аккуратно, смотри. Точнее, не аккуратно, просто, блин, чтобы оно совпадало, чтобы какой-то толк от него был. А то ты поставила, а смысла может от него быть и никакого. А я пока не ставила. Потому что вот у меня там на кровотечение завязанное, а на кровотечение у меня только один навык, по идее, поэтому я же говорю, что я переставлял. Хотя вот этот навык мне не нравится, я при возможности его поменяю, честно говоря. Он ну совсем мельтешащий, это так вообще ни о чем. Аж не могу, он прыгает и так мельтешит. Ну так хотя бы оно, знаешь, осознанное, а так вообще без вариантов. О, босс что ли? Да. Не, миник. Ну да, миник. Или... Где он? А что, запинали? Он же умер. Да, бедняжка. Слишком быстро-быстро он ложится. Мне вот интересно, не знаю, больше пати здесь, сколько человек предел? 4 вроде бы, если не ошибаюсь. 4? Да, наверное. Ну, по крайней мере, я вроде в видюхах видел, там было 4. Хотя не вариант, может и больше. Ну, честно говоря, тут вдвоем мы, блин, рвем так, что не дай боже. Я не представляю, нет, какие должны быть... Нет, я думаю, только пока. Ну, я надеюсь, потому что реально уже как-то так скучновато, блин. Слишком все слабое, и тем более по 20 раз одну и ту же фигню проходить, это, конечно, жестко. Ну, не по 20, это я утрирую, конечно, но... Все равно. Так. Я думаю, что это только вот... начало. Ну, будем надеяться. А то эту девочку в пятый раз уже... Так, ну-ка. Похоже, здесь нельзя использовать. Сдрогни, да? Сейчас, конечно, эту девчушку так сделаем. Подожди, я промахнулась, что ли? Возможно. А, не, вот он. Нет. Бля. Да-да-да, мой стоит на ней. Лупи, лупи ее. Ах, ты не успела. Она что-то там сделала. Куда-то, где эта паскуда? Ты чё творишь? Смотри, она мне еще всадила пару раз. Лайкосики, ребята. Лайкосики. Да, ставьте лайки, дизлайки, подписки, комментарии. Нет, дизлайков не надо. Только лайки. А, так, смотрим, что тут у нас. О, фиоловая шмотка, ты вот что-то там клацнула, мне фиоловая. Ну, не шмотка, это фигня какая-то фиоловая высыпалась. В общем, ладно, полетели. Полетели. Сейчас у тебя должна закончиться этот сок. Скажу тебе делать. Да, сейчас я пустенько тут. Все просмотрю. Я сейчас пока навыки посмотрю. Заберу. Так,
сказал, бедняк, где-то выпить хочет. Кровотечение. Так, быстро. Интересно, он что-то добавляет, что-то какое-то да, кровотечение? Получается, теперь у меня апельсиновый смузи. Это я куда покупать? Апельсиновый смузи? В смысле, куда покупать? У того чувака, где рецепты рыбы брала. А лед у чухи, где ты соль брала. Рецепты. Это что такое будет у нас? Апельсиновый смузи. Вот где он там находится, я не помню. Я там проклацал по несколько страниц. И где-то там, короче, на одной странице оно вылезло. Так, рецепт можно купить, а как? Так, получается, я рецепт купила. И что нам еще надо? Лед. Лед и еще что-то там надо было, я уже не помню. Где этот лед? Лед там, где перец ты покупала. Одну, соль, по-моему, да? Перец, да. И вроде бы три апельсинки. Три апельсинки для того, чтобы сделать это смузи. Смузи. Так, делаем. 3 минуты. Ну вот, погнали пока. Какое у тебя задание? Так, 3 минуты. И что тут за задание? Задание исследование измерения. А, что исследование? Измерение. А, ну давай, потому что у меня вход, и вход в западные лампады. Лампады низкая, да? Да. Да, а вот. Что за вход в измерение? Это что? Насчет измерения я не знаю. Может быть, это та херня, когда мы делали измерение, помнишь? Да. Так, подожди, да я сейчас зайду, гляну. Давай, давай. Подсвечен. Так, ну пока у меня здесь подсвечено. Чё-чё-чё? Пропало последние слова. Вход в западный лампас у меня просвечивается. Ну, погнали. Тем более погнали. Низкие, да? Да, низкая. А вот мы, кстати, сейчас проверим, мне его закроют или не закроют. По идее, должны закрыть, потому что... Нет, вот до этого, пока я с рецептом не промахнулась... У меня как бы все работало. Ну так тем более. Вместе с тобой. Так тем более. Ой-ой-ой, там бомбы пошли. Хорошо, что я успел их допинать до того, как эти твари. Не, в принципе, вот этот танк уникальный, класс. Вот очень удобный, мобильный и довольно-таки грамотно сделан еще. Довольно-таки удобненько еще и сделан. О, ребята, давай, давай, давай. Рвем их прямо жестко. Ну низко это вообще. Вот то, что он, конечно, прыгает, это меня жесть бесит. Я ж не могу. Прыгучий такой. Вот ладно, когда он нормально прыгает, типа, чтобы там собрать народ или еще что. Но когда он просто так прыгает, это, конечно, немного раздражает. Хотя, с другой стороны, так, по нему попасть тяжелее. Босс? Или это уже все? Это последний босс. Это... Да ладно. Что, для первого-последнего он слишком быстро... Да, достижение да, дали. Это было нетрудно. Да, это было нетрудно, согласен. Это было легко. Держитесь, ребята! Держитесь, ребята! Ребята, держитесь! Да, держаться-то. Так, да. Вроде тут ничего нет. Поехали. Все издержано. Ага. Так, да, вроде закрылось. Все, сдаем. Главное сдавать, не забывать сдавать, а то вот может и вправде вот так вот проглючить со временем. Отлично. Это да. У меня два задания появилось. Да, два задания. Одно пассивное, одно, я так понял, активное. В том плане, что по линейке. Так, теперь у меня, а что за исследование? Чего-чего пропадаешь? Исследование измерения. А вот это я не знаю, у меня вход в западные лопасы. Если... Откройте инвентарь, используйте врата измерений. Помнишь ту херню, которая меня заглючила, мне пришлось переделать, а ты типа сказала, я его прошла. Ты, наверное... опять оно... А ты задание опять сдала? Появилось. А ты задание сдала? А? Может, ты задание просто не сдала и как бы пошла дальше, думая, что он закрылся. Да. Ну, так, наверное, я просто как бы не знаю еще из-за чего может быть. А острая еда у тебя есть? Да, острая еда, я сейчас ее пошел искать, перец. Ага. Я вот сейчас перец пошел искать.
И вход западной лампасы средний, да? Да, да. Ну я вот, в принципе, идем в один. Я могу тебе... Правда, смысл мне собирать этот перчик, когда у меня их 100 штук? Не знаю, но вот надо еще пяток этих перцев собирать. Ну, кстати, есть такие перчики. Кусок фразы последняя не договорила. Есть такие перчики, короче, которые собираешь. И все равно кусок... Ань, ты так прикольно пропадаешь кусками, отвечаю. Вот реально, думаю, на одном и том же слове, которое именно ты хочешь сказать, ты именно пропадаешь. Реально, жесть. Блин, это плохо. Ну а почему именно на том слове? Вот тупо именно на том вот кусочке. Не знаю. Жесть. Прям запрещенное, это надзор. Это Руснадзор. Руснадзора. Так, а что надо сделать? Получите острого перца. Получение острого перца. Это вот интересно, что получение острого перца. Это рецепт надо что-то? Подожди. Так. Ну я пока собираю, я нашла типа сияние перец. Очень крутой сам. Так, а вот тут пишется, нам нужно собрать два острых перца, которые появляются из сияющих. Из сияющих чего? То есть... Из сияющих перцев. Это такие кусты, которые долго собираешь. Вот я сейчас это сделал. Это не деревья, которые, да? То есть это такие же... Это такие же кустики, они типа сияют. Когда мимо них увидел, увидел. Во-во-во. То есть я второй раз из обычных делаю, из обычных кустов появляются такие сияющие. И они так подольше собираются. Да. Еще изучение растений появляется уже. Изучение, оно прет. Нифига себе подольше. Я вот сверху сейчас посмотрю полосочку, сколько он ее будет пилить. Так он 2 часа будет он ее пилить. И какая-то, блин, тварь ко мне подошла и пилит мой куст. Я тебе отвечаю, если она... Отдай куст. Если она сейчас соберет вот эту сияющую шнягу, я не знаю, буду до конца жизни... Класс ей дать надо. Да я буду ее бегать и теребить. Эй, ты куда мой куст понесла? Да. Не, может, чисто помогла? Тогда спасибо. Вот смотри, у меня какая-то безмолвная молния. А, молитва. Каждую секунду, когда, значит, персонаж не передвигается, он получает эффект безмолвной молитвы. Ну, круто. Данный эффект увеличивает регенерацию маны. Ну, круто. Это вот где с каких-то пассивок. Так, ого. Второй. Минная установка. Ага. В режиме стрельбы одиночными... С вероятностью 30% при использовании кувырка устанавливает мину в 2. Жесть какая-то. Не знаю, мне, если честно, ни то не нравится. Пока по описанию. А ты смотри по навыкам. Ты смотри, фишка в чем? Смотри, каким навыком ты сейчас пользуешься. То есть, какой из трех атак? Ну, типа ружье, дробаш или еще что? Сообразила, нет? Так, ружье, дробаш. Ну вообще я всеми ими. Получается, ружье у меня идет, это моя. Получается, дробаш это второй мой такой. Подожди, постоянный. подожди, Ань, открой навыки. Ага. Открыла, да? Вот под единичкой, да. То есть 1, 2, 3. Под ними 3 навыка написано мастер. Угу. Вот эти 3 навыка. Вот ты сейчас получила пассивки, по идее, под эти навыки, под один из этих навыков. А, ну я ими и не пользуюсь. В смысле? А посмотри, там каждый по-своему дуплится. Там они очень шикарные. Я поняла. Но мне ни один из них не понравился. Ну в смысле, ты ж на Маус 2 должна же хоть каким-то навыком пользоваться или как? А на Маус 2 у меня дробовик. Ну вот, дробовик, значит, один из этих навыков. Ты можешь... Нет. Короче, тогда не знаю. Вот из этих из мастеров вот этих я пользуюсь только одним. Понял как? Да, одним из навыков, да. Какой? Первый, второй или третий? Первый. Хорошо, что он дает? Что он делает? Прочти. Урон от снаряда 120%. Урон от снаряда 120%. Хорошо, а пассивки? Какие тебе дали пассивки сейчас?
А пассивки дали под те, под второй и третий мастера. А, ну мастера. Все, да, тогда если не пользуюсь, тогда и, в принципе, не парься. Я просто... вообще ими не пользуюсь. Мне пассивки кровотечения дали под третий навык, и я его сейчас садил, чтобы, ну вот, им пользоваться, в общем. Ну ладно, бог с ним, я, короче, не буду ничем пользоваться из этого. Так, мне, честно, не понравилось, и вот эти мастера я пользуюсь как одним, реально классно. А, ну, видишь как. А остальные какие-то... Не знаю, не очень мне понравилось. Ну, видишь, тебе более это как ну, бы существенно. Ну ладно, посмотрим, может быть, конечно. Так, может, у меня тут... что-нибудь? Мне сейчас этих куча дали, как его... В хобби талантов открылись, кстати. Ты не смотрела? У тебя таланты по-любому должны были сейчас открыться. Там куча всяких добавочных талантов пооткрывалась. Которые, по идее, можно прокачать. Так, да, они открываются, да. Можешь прокачать, кстати, что-нибудь. Я потому что сначала все влил в первый, а потом смотрю, там, оказывается, еще пооткрывалась куча. Хотя, честно говоря, даже не знаю насчет ихнего прокача. Вот хобби у меня открылось. Ну вот, можешь... Вот, хобби, я же про него и говорю, что можешь, в принципе... Я включил... Значит, что я здесь плюсанул? Я плюсанул приготовление пищи, что типа там 10% что-то быстрее, но или еще что. Но я просто почти все в верхний влил. Поэтому в нижний... Да, я тоже в верхний влила. У меня он второй уровень, магическое снаряжение. Вот, вот. О, а титул. Плод любви это что? Прикинь, получение мне... очки вклада, полученный мне квест. Ага. От спасателей Сильвериона увеличивается. Вот. То есть это, по идее, за квесты ты получаешь это больше опыта. За квест. А здесь что такое? Приготовление. При изготовлении шанс увеличения времени. Там закавчик вроде бы и еще что-то там. В общем, я уже тоже. Я не могу туда прямо. Кстати, мне дали первый мой титул. Как ты титул уже набрала? Откуда ты их набрала? Я хз. Вот мне дали примерный студент. Ускорение на 1% любого сбора. Да, у меня был такой. Только почему. А где их менять, интересно? В этом, в окошке твоем. В твоем окошке, там навыки. Где навыки, там есть титул. Ой, не навыки, навыки не на, а шмотки, шмотки. Шмотки? На Джей, да. А, вот титул. У меня, значит, примерный студент. А, ну у меня только примерный студент. Вот, я его сразу себе поставил, пусть будет, почему бы и нет. Ну все, в принципе, дальше вход западный. А что за лунный свет у меня горит, я вообще... Ну, может, это какая-то пассивка или еще какой-то прикол. Слушай, может, это я кому-нибудь в клан в какой-то вступила? А, ну, может быть, кстати, да. Нажала, типа, окей, отвалите да. И... Да-да-да, кстати, возможно. Ну-ка, клан. А, да, слушай, действительно. Ну вот, видишь как. Действительно. Тут получается, что у нас? Тут даже народ есть. Даже народ есть. 4 вкладки. Ого! Да, народу вижу. Ребята, подожди, что это? А уровень клана, слушай, 13. Ну, видишь как. Неплохо. Ну, ладно, бог с ним. Уже куда-то и вступило, и влетели, и так далее. Да. Так, а что у нас тут? Получение перца. Чего? Куда получение? Перца. А. Это вот эту фигню надо, короче, тебе сделать. Ну, растения пособирать. Пособирать растения, это двойное. А дальше, где а дальше... Где его найти теперь тут? А вот на локации на первое, на обычный перец нажал, потом он превратился в улучшенный, я его собирал. Нет, они могут уже сразу. Ну, фиг его знает. Ну, быстрее будет. Как-то так. Я тебя жду. У нас сейчас на очереди средний лампас. Лампаса средний. Хотя, мне, если честно, не... Думаю, сейчас в лампас бомбанем. Давай. Средненький.
Блин, паршиво, почему не, ну, только лидер группы может выбирать задание? Вот это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой хотя бы просто могли бы показывать, вот куда, какие. Слушай, там... у меня открылся пол рейдка. О, ну я думаю, дойдем. Давай пока по квестам, а потом. А хотя можно и туда. Лимит основного. Чего лимит основного? Ранга. А, значит, там ранга не хватает. Какой ранг там ранг? Рано, да, да. А какой там ранг? 90, а у нас 78 сейчас идет. У меня 98 уже ранг. Слушай, а? У меня 98 ранг. А где ты видишь? Ну, открой, Джей, кнопка. Там, где шмотки. Там написано ранг. А, ну у меня 118. Нифига себе, у тебя уровень и ранг выше. Как так? Откуда? Ну да ладно. Давай тогда по квесту полетели. Нет, я смотрю здесь, знаешь, ранг как высвечивается по карте. Вот под каждым, а, я каждым да, да, подземельем да. Тут написано садовая тропинка, типа 6. Угу. Шипучий какой-то река, да, 10. Да, 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 я помню, помню. И тут вот получается у нас сейчас открыт пока только западный лампас, у которого 70. Угу. А вот этот полурейд 90, и он горит красным. Ну? Слушай, что в этом западном... Интересно. Здесь могут выпасть, короче, предметы, наконец-то, оружие. Ага. Прям подписано, короче, здесь получается и на тебя, ну... Ну я... окей, окей, давай, полетели, полетели. Заодно так, и посмотрим, что оттуда высыпанет. Посмотрим. Угу. Как бы наконец-то стали подписывать, что какие-то там шмотки могут выпадать. Ну да, а то паршиву какую-то фигню постоянно одну и ту же. О, музычка, музычка такая активная. Типа берегитесь, я тут почему-то одна осталась. И она главное не хотела уходить. Так, этих тварей мелких надо разбомбить как можно быстрее. До того, как они успели кинуть бомбочки. Да ладно, а я думал, ты уже там застряла. Ой. Чё, там кто-то есть? Ич, ич. Да нет, они, получается, их не было, я уже, ага, сюда прошла. И меня начали щемить. Щемят. А это, получается, в основном мне надо сдалека приближаться. Ага. Это глаза выкалывают, да, это зрение решают. Блин, ты тоже, кстати, пропадаешь. Ну, видишь, какая-то херня со связью пошла. То ли это, ну, не знаю. Короче, херня какая-то опять со связью. То ли это, вот так. Я представляю, какой угар будет на, блин, записи. Да-да-да. Это точно. Сколько мы этих улиток уже перебили? Наверное, я не знаю, блин. Панк за... Я не знаю. Это бред какой-то, что за связь дебильная? Я не знаю, это у меня, короче, что-то сегодня инет подключил, блин, это как специально. Ну, так может это у меня тоже уже, что так же звук пропадает? Ну это у меня тоже проскакивает. Так. Вот здесь вроде бы что-то должно быть. О, новая тетка. Или та же, но... Вау, а, это вообще непонятно, это мужик. Что. Ага, мужик. Мужичок с ноготок. На ему, короче. Главное, чтобы он не убежал. Сейчас... А я его вроде бы с ультой оттолкнул. А он вырвался, не? Не, я его ультой оттолкнул. А, ультой? Ух ты ж паскуда, ты посмотри, что творит. Где там бомбануло. Да, причем неплохо бомбануло. Сейчас я еще попробую эту свою штуку запулить. Куда. Ой. Это он упрыгал? Слушай, на него она не работает. Задали... Полная победа, ребята! Задали... Лайки, лайки, жару. Лайки, лайки. Я, кстати, уровень доравнял до твоего. Ты как-то так побыстрее берешь уровень. Ну, однако, у меня все-таки, я думаю, он типа этот. Помнишь, как раньше было в Кабале ДД-то стрелки? А, да-да-да. Только вот сам... он типа такого же. Не, ну по идее, если так смотреть, то все равно по опыту я больше вышибаю народу. Ну и у меня такое ощущение, что тут как бы это вообще не фурлычи. Нет, мне кажется, ты просто видишь в этой нахуй. В чем? В самом мясе. Ну да, да. И ты как бы не видишь мои удары. А, типа вот таким вариантом. Я типа влетаю, а ты все за меня так это накрываешь всех одним-двумя залпами. Ну мне все, вот как-то сдалека так кажется. В мире.
Ну да, вполне, кстати, может быть. Может Потому быть. Что агрятся они вот как маг в это. По Балексу также. Да, я сообразил. Как вариант. Все туда ссылки. Он вроде бы такой лалочка, где-то стоит в кустике. Ага. А как а раздамажит. У него тогда всегда был, и считай, он и всегда качал людей. Ага, ага. Кстати, у тебя задание. Слушай. Экзамен пулу рейд? Не знаю, я сейчас просто тупо читаю неимоверную сказку про голос Фраудок. Прикольно. И все это очень долго. Не, я так быстро. Закрыть и все, полетели. Нет, я тоже закрыть, но... Мне шмотку дали, правда, шмотка такая, что, знаешь, у меня было получше, скажем так вот. А ты посмотри по уровню, она насколько прокачивается. Так, такой же фуфло, 7.13. А, да? Угу. Так там что... можно было выбить больше. Ну, может быть, ой, как говорится, но в это уж, как говорится, в дальнейшем. Смотри, какая-то схватка 1-4. Где? Предлагает, видимо. А, не, Чуиха предлагает. А-а-а. 39 уровня. Это где, в чате она предлагает? У меня, короче, экзамен. Экзамен полурейд. Да. И получается... Исследование Исследование это да, это же твой этот вариант. Ты его уже добивать попозже. Попозже. Блин, жесть, так. Он так хавает ужасно. По идее, почапали? Да, запускай, если можно будет вообще. А, блин, нет. Обучение. Ну тогда, короче, погнали. Так. Да. Я думаю, что можно будет позже. Как всегда, обучение. Да, то есть во второй раз, если захотим, то пойти можно будет. Давай, вход ну, на локацию. Ну, почапали. По одному. А, она читает. Я мышкой клацаю, она, оказывается, мне что-то пишет. А я мышкой не читаю, быстро. Ну давай, типа, нажимаю вход, что не входит, да, такой. Ё-моё, ну слушай, они не... Что, жёсткая? Тут литр, короче, тьма. И они не с первого раза. Да ладно, мы их расклепаем. Не, они, конечно, вообще, в принципе, не... Да, о-о-о. Ты знаешь, такие ничего, вариант. Иду сразу же, короче, в лито, побиваешь боссу. О, ты уже босса запятнал, да ладно. Да тут вообще пердец, трэш какой-то. Да ладно, что, прям жесткое такое? Блин, что улитка это делает? Она на меня... А, да? Да, она что-то запускает, какой-то типа взрыв. Меня просто раскромсало. Да ладно. Раскромсало. Ну, да? Пол хп, короче, она мне сняла своим суперударом. Так, теперь она меня киданула. Ё, я промахнулась. Нет, стоп. Ты там, нет? Да, я сейчас... Ё-моё, она опять, короче... О, стерва крашеная. Потрошу улиточку эту. Ё, да что она делает? Слушай, кувырок реально мне спасает. О, блин, или нет? Эй, блин, короче, меня Расклепали? Да, я застряла, короче, между деревьями. Не потеряю инстинкт охранника. А, блин, я про ульту Подожди, забыл. Подожди, короче. Я про ульту забыл, ёптись. Да, я тоже вообще что-то... Потому что это бред. Ты ее, видимо, вообще не видишь. Ой. Вот нехорошо вот это. А, ребята, да ладно, она меня расчехлила. Ну вот. А ты не верил. Ну я воскресну. У меня одна фигня была это. Нет, это понятно, что ты воскрес. Ну просто зажало тварюка. Блин! Второй раз раздумажили, да? Да это жесть просто. Ой-ой-ой, вот это я вроде бы рядом пробежал, но меня что-то так зацепили них красиво. Да, и меня, короче, этого... Да ладно, блять, он пока ебаное ожерелье пил, прикинь. Он пока пил это говно, о, блять, сдох. Я тоже сдохла.
Да ну нах! Сейчас вместе можно? Да ну нах! Прикинь, я думаю, выпью пока апельсиновый этот вонючий сок и сдох пока выпивал. Да. Сука! Да это вообще нечестно! Что за вонючий выпив? Выкину это говна кусок, удалить вообще его. Ну как это вот жесть! Я думал, он быстро его выпьет на ходу. Эта тварь по его сел чё, такой напосрать. Да, напосрать. И за три пьет, пытается. Еще и потанцевал там, попрыгал что-то. Слушай, вот сейчас пошли эмоции. Эмоции поперли наконец-то. Да не говори, ёпта. Ну, да я тебе говорю, блин, жесть. А то до этого мы как сонные мухи. Ага. Кстати, банки надо выкидывать мелкие. От них толку никакого. И, блин... А и от средних тоже, смотрю, толку никакого. Лекарство первой помощи 490. Эликсир здоровья 490. А в чем вообще тогда у них разница? Какая-то фуфля. Так, а что, попробуем вдвоем или это все-таки по одному вход в локацию? Не, давай сейчас попробуем. Давай, по давай. Сути же, как бы обучение же, наверное, прошло. Ну, прикинь, долбитесь, как говорится, как хотите эту улитку, вы запомните до конца жизни, типа, один на теле. Не, у меня так... Так, а ты где? Громыхать по всей. Вот-вот, это ты побежал же? Нет, я вот стою. А, вот блин. Прошелся. Ты такой же одинаковый, блин, тут вообще. Так, я тебе пати приглашаю. Ну давай. Давай попробуем. Давай. Откроют или все-таки, блин, ни хрен. Да, теперь будем вдвоем пиздючить эту тварь. Главное. Все, поехали. Не умирай. Не, вот эти так, это вообще цвет. Да, но все равно эти... Кстати, меня не босс замудохал, а вот эти твари. Пока он сидел на корячках срался. Ну это ты типа. Так я тебе говорю, я прорался это. Сейчас я ему, короче, эту херню херакну. Блин, да ему похрен на нее. Ну да, босс, наверное, не станется. Во, вот видел, вот что меня убило. Во, да, это ракетницы эти паршивые. Черт. О, ну как, вот как он. Я не знаю, вот я первый раз как-то так избежал вот этого говна, вот сейчас не получается. Я сейчас спаслась. Я вроде тоже... Блин, мы все-таки рано пошли. Да не, нормально. Просто надо от этой вонючей ракетницы как-то так попробовать. Надо ее дуплить по-черному. О, поехал. Черт, взорвалась. Вот, о! Не понимаю, где-то на краю надо стоять. Смотри, надо на краю, там где круги не входят. Вот, блин. Ох, ебать он меня, во! А блин, как? Блин, еще одна. Всё. А я воскресну. У меня одна вроде штука есть, эта херня. Блин. Да, надо бегать, чтобы крестики не совпадали. И тогда нормально. Вот. Блин, где моя кнопка этой еды? Тварь, да, сдохни. Все, сейчас ты поляшешь. Бегать надо бегать, чтобы не попадать в перекрестие этих крестиков. Блять, я только этого дела. Тварь. Вонючая. Сдохнешь. Чем тебя бомбануть? Ультой, ультой сдави эту гадину. Да я била ульта что-то как-то вообще. Черт! Там одно воскрешение вроде халявное есть. Я надеюсь, что оно халявное, потому что уже столько потратил в эту... Не-не, там халявных давали трипу сначала, и, по-моему, они уже... Тварь, ты сдохнешь? Еее! А что это? Что это такое? Я не знаю. Книга. Давай рецептов. Бросить кости, все бросить кости. Кому что повезет? Ну, давай. Кому что повезет, тому так и пойдет. Жесть. Но это уже интереснее, это куда ни шло. Все, да, собрали? Получилось? Да, я вроде везде нажал, а что оно не уходит? И что получилось? Не знаю, короче, что получилось, но... А у тебя ушла эта ботва? Нет. Мне тоже, а может надо закрыть? Закрыть. А, пошли дальше. Что там еще дальше? А, вот, иди сюда. А, да, вижу, что-то там где-то это горит. Это, видимо, выход, да? Да. Интересно, то, что мы разыграли костями-то. Пару автомата? Чего-чего?
То, что мы косточками. Слушай, я получил. Что ты получила? Два новых оружия. О, это круто. Они, конечно, стрёмные, но... Я сейчас посмотрю, это может... Это всё-таки что-то. Ну, я сейчас тоже посмотрю, может, тоже что-то дали интересное. Но какой-то квест мне там вроде бы именно в самом... Не двигайтесь. Так, развитие, другой инвентарь. О, кстати, другой, книга, рецепт. Книга, я получил какую-то печать розы, ивент. Я тоже какую-то херню получил. Печать розы использование тоже есть. Возможно до 5 часов вечера. 8... Какого? Короче, какую-то херню дали, да? Как разберешься, где эту розу брать или делать что с ней, в общем, скажешь. Можно получить, уничтожая боссов, рейда. И можно кого... обменять у учителя на предмет к 8 марта. 8 марта уже. Какое 8 марта, ребята, вы че, головой да упали? Да, вообще-то как даже не знаю. Я пошел пока официально... Что официальное принятие в ученики? Пошли, сдадим квест. Так, я квест сдаю. Бенто. Потом тебе, по идее, скажут в академию официально это принятие в ученики. Теперь я с Анора попал. Да, официальное принятие в ученики. Да, я понеслась. Так. Не, это вообще было интересно. Да, я предлагаю даже можно еще зайти один разочек поджигать. Вот это единственная вот первая нормальная шняга. Вот только разобраться, сколько есть попыток на воскрешение, и все, и можно будет рвать их направо и налево. Так, стоп. Ага, это все-таки в комнате. Ну, прикольно. Так. Кстати, вот этот чух или чувак-кролик меня добивает. Кто так нарисовал эту хрень? Я не знаю. С виду задница тетки, на лицо кролик. Вообще какой-то непонятный мутант ужасный. Кого такая больная фантазия? Я отжигаю. Вот дроп. У тебя сейчас, как только ты сдашь квест, там тебя пошлют к этому робу. Я тебе говорю, это вообще угоралово. Это просто угоралово. Да? Ну ты посмотришь на этого кролика, ты поусыкаешься, я тебе говорю, ну просто жесть. Кто этого мутанта нарисовал? Зачем? Так, а что это за пустая комната и что тут надо взять? Так, беседа, центральная площадь. И чё? Так, ну окей. Ё-моё. Чё, ты ещё бежишь? Не, я смотрю на кролика. А, я говорю, мутант какой-то. Я сначала думал, это тетка. Смотрю на лицо крольчатина. Или это не лицо, задница. Как-то он так развернут. Кто так его нарисовал? Я вообще в шоке. Да. Это действительно что-то с чем-то. Мутантик наш, родной. Ну все, я с ним переговорила. Давай, я тебя буду, короче, ждать возле... Что, меня не пугает? Вот этой фигни врат, там, где нас пускают в данжи. Наверное, там. Потому что сейчас пока меня туда направляют. Ну, а тебе сейчас там кучу еще надо будет пройти. А я в какой-то комнате стою. Да, комнату, там в уголочке, в левом уголочке, там в нижнем. Будет эта шняга, которая... как она называется? В общем, выход. А я села на стул. А, даже так. Ребята, отдохнем на стульчике? Ага, расслабимся. Камера... А, камера не поворачивается, что ли, вообще? Не знаю. Новая локация, прикинь, потом пошлют на новую локацию. И, скорее всего, там будут уже эти данжи более жесткие. Новые жесткие данжи. Я не поняла, я тупо зашла в пустую комнату. Ну, типа там... Посидела на стуле. Ага. И зашла... И все? И все, да. Там, типа, с тобой скрытно кто-то поговорил, наверное. И все. Ну, видимо, это очень скрытный человек. Очень, очень стеснительный. Так, блин, очень. Подлагивает, зараза. Походу, нас сейчас на следующую локацию перетягивают, и тут дофигища народу, потому что мне что-то подлагивает, как-то так не здорово. Кстати, возможно, на следующую локацию, посчитай. А я уже добежал до нее. Там повыше. Считай, здесь-то все новички. Ага. Получается. Там, видимо, и чат больше будет да, засирать. Вполне возможно, что чат больше будут засирать. Заданий тут, как всегда, надавали кучу.
Так. Нет, нет, до свидания. Да я еще задание с перцем. А, ты еще то не доделал, скажи, а тут еще пихают. Да, я как бы не могу найти, да? Я тут не читаю, я почти все по-быренькому. Так, задание я, конечно, отхлапал просто море. Надо сейчас будет разбираться, что, куда, зачем, ну и так далее. И почему? Я надеюсь, нам не придется с одной локации бегать в другую, чтобы зайти в данж, который там нам на первой локации или на второй, в общем. Так, ладненько. Не, мне кажется, это возможно. Чтоб из одной локации заходить во все данжи другой, я надеюсь, что это возможно. А то будет не весело. А ну я, кстати, проверю. Ага. Ага, знаешь, в чем фишка? А все-таки на каждой локации. Этот, как он называется? Разные данжи. Ага. Поэтому, если мы захотим пройти тот данж, нам придется все-таки возвращаться на первую локацию и там его долбить. Ну, я о чем тебе говорю. Да это во всех онлайнах такие. Не, ну да, вспомни, но все-таки... Вспомни Кабалу, там уйдешь на карту. Ну, как бы да. Ну ладно, в общем, не суть важна. Значит, пальма, красная пальма. Что-то тут уже надо понаходить, а ну, почитаем. Получить 5 и более частей редкого снаряжения в красной пальме. Можно получить награду Сильвериона. Время нижнего квеста заканчивается в 5 часов следующего дня. Если отменить квест, красная пальма. Получить предмет редкий. Где этот красную пальму эту получить-то можно? Что-то не дупляю. Надавали кор... Где же ты, где? Ага, надавали, короче, тут куча всяких фигней. И пойди разбери, где эту всю фигню можно собрать. Не, ты, конечно, меня прости, но я нашла это сияние перца. Чего нашла? Перец-то этот сияющий. А, так я его нашел уже давно. Нет, а я же все-таки не нашла же его. О, смотри, вот мне колы с перцем теперь сказали сделать, прикинь. А ты у меня, его... кстати, где-то есть кола с перцем. А ты вроде бы его делала, да? Нет, я его не делала. Я его ты его не делала? Просто поймала. Ну, выбило где-то, видимо. Прикольно. Только вот у меня теперь вопрос. А, вот он этот ишак, который продает рецепты. А там, получается, свои, да, есть? Что-что-что свои? С рецептами-то там тоже есть люди? Да, стоит этот козел, который рецепты эти все делает. Не надо на мою карту получить. Ой, ну вот. Назад, да, не придется бегать. НФС получается, как и везде, короче. Да, везде, только это надо обратно привыкать, короче, к его расположению. Ну, понятно. Ну, это-то ладно. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, это Маналова еще то... А, во, кола с перцем. Да надо привыкнуть сразу брать именно то, что нужно. Так, ну я пришла в новую лоб. Забирай задание, и потом пойдем лазить, собирать так, всякую фигню. А что, надо рыбалка? Рыбка та же. Нет, рыбка та же просто. Ага. Так. Просто проверка типа. С перцем. Ага, вот здесь смотри, здесь есть грибы. Ну, шо, по идее, шла. На каждой локации какая-то своя. Ну, будет рыбка да, или что-то. Да. А что за исследовать путь в деревню? Так, что-то куда-то тут бежать предельно. И не говори. Я уже полгода бегу. А, да, там далеко, я согласен. Вот это мне не нравится уже. Я тебе, Аня, я тебе про это же и говорил, блин, про это западло. Я такое чувство, что я, походу, дело за... Нет, ты пойди, я тебе сейчас скажу. Ты бежишь нормально вниз сейчас, точнее, наверх. И ты добежишь до меня, где-то тут, в общем. Ага, вот. О, смотри, тут есть... Тут есть портал. Прикинь, тут есть портал, вход в академию. Хорошо. Тут есть портал. Я, кстати, прикольно сейчас попрыгаю по порталу. Я надеюсь, бабки не тратятся. Да, Ань, тут есть портал. Слышишь? Хорошо. Вход в академию, нижнее течение реки. Так, и тут опять-таки Санура получает. Чё? Самое, что мне, вот, если честно, не нравится. Они, получается, новых-то не делают. А нет, вот, искать. Ага.
Тут, в принципе, все, проблем нету, можно телепортироваться. То есть можно было не бегать, а не, бегать придется, наверное, один раз открывать эту карту. По-любому, наверное, придется. А вообще можно не бегать в дальнейшем, то есть перемещаться по порталу. Ну слушай, это реально как Балтик. Ну вот. А, еще что-то. Там же тоже порталы были. Да, да, я помню, помню. Слышишь? Не открытая карта, получается. 3, 4, 5. А, да, да, да. У тебя сколько заданий? 5? Так, да, сейчас 5. Подожди, вот тут еще что-то не горит. Алджей какой. То есть у тебя путь в деревню, исследование пути в деревню. Ага, подожди, то есть это путь в деревню получается. Ага, но путь в деревню, исследование пути в деревню, это фигня одна и то же, ничего тяжелого. Острая еда, это кола с перцем, это я тоже уже делаю. Тебе надо будет купить рецепт. Так, у меня еще какая-то красная пальма. Да, вот. Два задания на красную пальму. Я тоже не понимаю, откуда вы что. Это ежедневка. Только вот где она делается, я не знаю. Красная пальма. Открыть сундук сокровища. Вот, а вот где эта красная пальма? Можно получить награду Сильвериона, открыв сундук. А второй... Открыть сундук в красной пальме. А где эта красная пальма? Это не данжи. Я в данжи сейчас смотрю. А нет, стоп, это красная пальма, то есть вот этот данж, точнее эти данжи, сверху написано красная пальма. То есть скорее всего в этих данжах мы где-то что-то найдем, какой-то... Вот создание колы с перцем, это нам рецепт нужен, да? Да, покупай рецепт. Так, а рецептик где здесь? А вот там рядышком у козла. Так, у него еще задание есть. Так, магазин рецептов. Пальма. Где это кулинария одна? Да, да, нижняя линия. Получаем. Так, что дальше? Мы... Дальше, по идее, мы можем пойти по данжам, то есть, который у нас там путь в деревню. А вот насчет красной пальмы, я вот хз, где это красная... А где это? Ну, скорее всего, это в данже. Вот это данжи... Пила, что ли? Не поняла. Блин. Ты купила? А, ее нету. Открой, H. H там должно быть. Если ты купила, H открой, там должно быть. А, недостаточно, сладость мне нужна. А где здесь это? Сладость? Что? Не знаю, мне вот повезло, у меня все было, поэтому я не знаю, где теперь сладости тебе надыбать. Ну, ты, видимо, тоже где-то выбил. Ну, нет, да. Нет, а где здесь типа, продавец? А, продавец? А вот с бутылочками, да. Вот здесь где-то. У него сладость. Вот здесь, потерял. Вот здесь, вот да, здесь. Да, вот она. Так, все, это, конечно. Ну, ставь, вот как раз пола. Пройдем данж, и оно пойдет. 9 минут. Вот у меня уже 5 минут осталось. Че, почапали? Давай, попробуем. Потом будем уже разбираться. Кто у нас тут? Путь в деревню. Так, я, да, глава? Нет, я. Путь в деревню, давай. Средний. Так, давай. Средний, полетели в средний. Нам да, надо его средний. Да, зачистить и просто пройти. Средний. Ну, блин, данж был прикольный. Пальма. Слушай, тыковки. Тыковки. Не, ну тут смотри, как бы некое изменение есть. Ну, совсем, видимо, совсем... Новые пункты. Редиска тут, смотри. Ага, совсем слабенькая, если честно. Тыковки, тыковки, прям Хэллоуин. Злые тыковки. Да, блин, что это там подзастрял где-то? Так, ну это понятно, все-таки, видимо. Ух, жестко, как мы их. Ну сейчас, я так полагаю, должен и шмотков дальше. Ну да, по идее, потому что я вот со своим шмотом 13 уровня, конечно, это да, не да, самый айс. Ой, я уже 20-ка. Пиу-пиу, только и слышно, пиу-пиу. Да, 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 да. А, тут какая-то терминаторша. Ну-ка. Чуть побольше.
Собираем, собираем. Вот здесь где-то уже что-то должно быть. О, что это? Босс? Ой. А. Тыковка. Смотри, какая она, тыковка. Ё, она няшная. Я на ней сразу. Я тоже ульту сразу врубил. Ай-я. Так. Где, где? Почему она у меня встает? Так, где она? Я, блин, кого-то пинаю, ее клон, походу, пинаю. Да-да-да-да-да, она планирует. Где ты, тварь? Вот она, оригинальная, стоит. Еще не пришло время. Я наконец-то на нее сделал вот так. Я тоже на нее пассивку. Вот паршиво с этими когтями, он слишком прыгает много, которые на кровотечение кидают. Если что-то будет интереснее, я по-любому поменяю. Но пока пассивка, конечно, того стоит, поэтому не буду менять. А дальше, конечно, поменяю, потому что ну его в баню. Блин, ну они до сих пор дают эти слабые. Чё к чему? Так это же только средний уровень. Может быть, на более высоких оно что-то будет зачитываться более серьезно. Я имею в виду банки. Банки, вот когда открываешь вот эти 4 минус. Ну да, согласен. Там до сих пор всякий бред какой-то дают, если честно. Согласен. Так, не забудь закрыть это паршивое задание. Да-да-да. Блин, тут много народу, так что он меня что-то не хотел закрываться, что-то. Так, и я здесь, получается, взяла еще. Я тоже взял. Еще. О, тут и закрыть вот, еще что-то есть. Можно, да. В общем. Ой-ё, ты посмотри на этого продавца, бедняга. Еще один кролик, да, Аня, это овечка, кто-то там. Так, что-то там, какие-то пассивные. О, мы, походу, ежедневное задание смогли завершить какое-то. Да, кстати, какой-то с, у меня лично какой-то. Да, одно синенькое ушло, да? Да, 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 да. И одно стоит. Да, так, и теперь у меня задание 1, 2, 3, 4, 5. У так меня же есть какой-то уничтожьте босса, ездить в деревню. Уничтожить босса, последствия острой еды, да. Просьба Моники, получить редкое снаряжение. Ну и тыквенное поле. Блин, у меня все еще 6 минут. У меня. Ну пошли в тыквенное поле, не. Пошли, пошли, у меня минута еще. Так. А, у тебя минута, но. Стоп, подожди, а какой. Я думаю, за минуту. Да, успеем, что может быть. Какая разница, я все равно после только данжа буду хавать эту херню, открывать и хавать. А, подожди, блин, у меня уровень взялся. У меня уровень взялся. Да, да. Точно. Ну я думаю, они тут вообще ни о чем. Ну, блин, это как. Да. Как и везде, в принципе. Ого! У меня аж 2 новых навыка, прикинь. А еще ну, 2? Да, пассивных. При использовании навыков сила атаки увеличивается на 1. Данный эффект может складываться до 4 раз. Лично составляет. А у меня, слушай, на 20-ка ничего не было. При использовании навыков сила атаки увеличивается на 1. Ладно. А это при использовании навыков силы атаки. Подожди, ты 21-й что ли? Нет, 20. Нет. Подожди. Странно. Что-то я не вдупляюсь. Это походу на 2-й. А мне, слушай, не дали никаких вообще навыков. Пипец. Что-то не происходящее. Ну ладно, да мне тоже какой-то не особо, честно говоря, крутой дали, если честно. Не, ну я дело-то даже не в этом, просто вообще не дали. Козлы! Я вообще зла. Козлы! Лишили! Слушай, я тупо автоматом их выносил. Жесть, ты столько тогда, так я же говорю, ты столько, блин, этот, передуплила, я тут бегу, чисто так, собираю. Я решила банку-ка выпить, то что-то. Что я ничего не пью, хочу попить. О, смотри, орала. Кто там? Какая-то пекинская капуста. Я вообще ничего не реально. Блин, у меня мана не. Поет такая пекинская капуста. Она что там делает? Поет она. Это все, я думал, это. Я даже ульту не пользовал, думал, это периодический босс. Да, я тоже думал. Слушай, так это низкая. Ну да. Ну блин, они дебилы заставляют ходить по этим данжам, поэтому и приходится.
Уже б на высокой б сразу б сказали, идите на высокой дуплите. Было бы тогда чётенько. Ох, первый раз мне выпал телец ската одна штука. О, прикольно. Кстати, Аня, вот это там, где улитка была, вот там вот был сундук, но мы его уже, по идее, почему-то выполнили. Я даже так не раздуплил, почему. А вот мы сейчас выполнили второй. Да, что-то там тоже какой-то... Синенький. Да, у меня синенькие все закрыты. А вот у меня нет, у меня в синенькие еще не все. А, у меня еще одна появилась синенькая. Я что-то запомнился. Я вот тоже немного. У меня было 3, я вышла с пати. Сейчас, слышишь, задание еще дали дофига. Прикинь, сейчас еще задание дофига дали. Да я вот тоже смотрю. О-о-о. Я вообще ору, столько заданий сейчас. Ой. Не, с одной стороны задание как хорошо, что-то делаешь. Ну да, как бы, не одно и то же, но все равно жесть. Ну хотя бы паками их бы закрывать. Блин, тут еще, короче, чувак с Ангора, у него тоже 2 задания. Да, да, я знаю. Я вот сейчас попытаюсь закрыть задание, нет, не это, с перцем. Перец у меня доточился, сейчас попробую его закрыть. У меня минута 56. Ну я думаю, мы успеем. Правда, он походу еще что-то дал, какое-то задание типа. Так. Тыквенный чемпион. Убежище тыквенного чемпиона. Там 2 задания. Тыквенный чемпион. Путь в деревню выше. Путь в деревню. А тыквенное поле выше. Короче, там, блин, надо будет все на средних, высших и так далее проходить. Создание питьевого желе. Так, зачистить путь в деревню выше. Да, в принципе, они все одинаковые, только повторяющиеся и на более высоких уровнях. Единственное, вот создание питьевого желе надо будет сделать. Оно у меня вообще есть рецепт на питьевое желе? Я полагаю, нет. Я тоже так думаю. Но все равно посмотреть стоит, мало ли, знаешь, как бы излишним покупать. Знаешь, что еще интересно? А? Так, недостижение. Ну я... тогда где этот козел был? Будем сейчас. О, спасатели! Спасатели. Заходил туда? Спасатель? Что за спасатели? Где спасатели? Менюшку свою открой. Ага. И найди там рядом с хобби левее спасатели. Ага. Игрик, да, открывал. Открывал. Делал здесь. Да. А у меня что-то там не хватает. У меня каких-то там пару рецептов не хватает. У меня сейчас степень вклада 170. У меня 173 тоже. Что это значит? А что? Оно добавляет эти сердечки. То есть, когда ты делаешь рецепты и хаваешь, оно добавляет тебе эти сердечки. А за рецепты ты за сердечки ты можешь рецепты покупать. Нет, это понятно. Ну вот оно, в принципе, это и добавляет. Просто что, как бы, в конечном результате... О, слушай, у меня 2 секунды. Давай, я как раз... Я забираю. Давай, а я пока поищу питьевое желе. А, вот оно, питьевое желе. Так, получить есть. Правда... Так, где кол? Правда. Чтоб... Ну что, ребята, по колле? Чтоб его сделать, нужна чистая вода и желатин. Так, это пойду продавцу, посмотрю, что у него есть. Чистая вода точно есть. А вот желатин? Насчет желатина как? Сейчас посмотрим. Так, чистая вода. Есть контакт, купим. Правда, я не помню, сколько там надо было этой чистой воды. Питьевое желе. Так, я сделал... Одно. И 3 желатина. Бери рецепт. Слушай, так у меня тоже появили. Появилось, да, должно было... А, нет. Что, не появилось это задание? Какое? Ну, вот это питьевое желе. У него же, по идее. Это НФС какой-то дает? Этот же хрен, которого ты сдала задание, он же должен тебе и, по идее, дать. Так. Мини-босса. Одолеть. Путь в деревню, убежище, убежище. Нет, блин, ничего. А, блин! Чего? Так тут еще можно прокрутить задание. Ну да, я ж тебе говорю, там тысяча одно задание. Я вообще смотрю, думаю, где у тебя там
Да, не, у меня всего 5. Ага. Да, было бы весело. Так. Слушай, у меня тоже оно есть. Ну вот, делай. Единственное, что желатин выпадает из крема в окрестностях деревни. Это получается то же самое, какие-то кустики. Да, вот такое интересно, что за кустики. Из крема в окрестностях деревни. Течение реки Ровинт. Где это желе-то здесь вообще? Грибы или... Я реально даже не представляю, где, из чего это может быть. А за... где этот рецепт? Слушай, здесь может... А рецепт там должен быть, ты нажми кулинарию. Кулинарию, и там вот должно быть. Блин, это... я либо слепшал... Питьевое желе. А, вот он. Так, получили. В деревне. Радостно получили. Желе, ребята? Так, путь в деревню. Знаешь, игра рассчитана на то, чтобы постоянно есть. Да, жрать. Жрать, блин. Слушай, ну стало выпадать очень много реально некого шмота. Но шмот этот вообще ни о чем. Да, я согласен. Я вообще то, что вот у меня выпадает, я почти все в разбор беру. Почему как бы... Блин, вот знаю. У меня тупо все я идет. Я тоже сейчас разбираю. Тоже подкупилось. О, красные начали. Вот с того, что я разобрал, уже красные шмотки начали даваться. Точнее, красные ресурсы. Так, а почему вот этот не разбирается? И еще вариант я не мне, почему? Что не прикалывает, то, что у меня вкладка с измерениями, вот это там, где кусочки для измерения, для данжи, которые мы собираем, уже наполовину заполнена. То есть я же их вообще но не... Ну, нам надо их тоже проходить. Да блин, там маналово их собирать. Неинтересно, короче. Надо что-то по поводу этого сделать. Видимо, надо как-то их там ходить. Ну вот, да, согласен. Желатин, я не знаю, выпадает из крема в окрестностях деревни. Что за крема? Где крема-то? Можешь побегать, пройти, сейчас посмотреть. Я решил разобрать всякие тут. Давай поразбирай в окрестностях деревни. Что за деревня? Потому что место просто зашквар. Нету. А их все больше и больше. Ну вот, я... Камень с рудой, может быть. Не, ну вряд ли, конечно, он с него выпадает. Что я получил? Железная руда. Нет, это по-любому не то, что нужно. Это по любасу не то, что... Курица в панировке 2 штуки. Да. Слушай, перцовая приправка. Плюс 1000 максимального здоровья. Ага. Ой, на 7 минут. А я помню. Вареная картошка. 4000 здоровья. Да, там здоровье добавляется. Так что, ребята, картошечка. Ага. Картошечка здесь, видимо, правит вообще правильно. Да-да. Блин, Анька, посмотри, может быть, ты что-то где-то все-таки сообразишь, где эту фигню добывать на желе вот это. Так. А, ну сейчас вот последнее разберу тут. Окей. Я просто, блин, реально уже вдоль деревни начал лазить. Значит, подожди, что тут у меня? А где это задание-то? Питьевое желе. Вот, конечно, с этим они манают капитально. Так, вот оно, питьевое желе. Воду можно купить, не проблема. А вот, блин... Акаш. Так, пить, где оно? Желатин, да? Да, в окрестностях деревни. Выпадает из крема. Ты помни... Кажется, из такого нежного ингредиента... Желе выпадает из крема. Из крема. Я вот не помню. Понеслась. Крем, что за крем? Вот так. И я тоже ни хз не помню. Сейчас соберем грибочки. Да, ты, кстати, резы собирай, может быть, из какого-то из резов выпадет. Из лена нифига нет. Ну, из лена, видимо, понятно. Это, видимо, какой-то, слушай. Я вот сейчас... Пусть все-таки. Типа, так.
Дуба тоже вроде бы из дуба нифига. Так, что тут еще есть? Какой тусик нарисован? Грибочки, может быть, из грибочков. А может это в той локации, в которой вот мы были? Ну тогда. Не, там. Там, кроме апельсина. Перца. Из камней тоже ни хера не дают. И сельдерея ничего нет. Источник темной магии. Серая эссенция тоже не то. Ну я пока тут вот уколенцы. Не, зелено там нету. Больше ничего не нахожу. Камень с рудой нашла. Так. Камень с рудой, ну это понятно, железо. А может быть это в данже этот лен, ну эта фигня должна быть. Ну, там, где мы проходим. А, вот это, я нашла. Где? Как на. Из чего? Слушай, это боссы. В смысле боссы? Так из тут, чего? Короче. Да, да, вот они. Скунс. Скунс. Что за скунс? Желатин. Короче, здесь такие стоят. Пается крем. А, здесь это где? Я просто ну, тебя слушай, даже. Открой карту, и ты меня увидишь. Я тебя по карте даже не вижу, я тебе отвечаю. Подвигайся хотя бы. Право-лево. Ну я вот пить двигаюсь. Да фиг его знает, где ты там двигаешься. Это получается ниже города. Не знаю, как сказать. Ниже, ну ладно. Не я наверх, а вниз идешь. Я тут, просто короче, в самом верху. Типа такие летающие призраки. Так это эссенция вроде бы. Летающие призраки. Ну ладно, сейчас поищу, посмотрю, может быть я что-то не с тем. Внизу города ты говоришь? Так, подожди, сейчас, а где это желатин? Я не могу его найти уже. А тебе точно желатин выпал? Да, да, 15 штук я собрал. Нифига себе! Так может ты мне трешку передашь? Не, не трешку, сколько надо? Да, трешку надо. Вот, смотри, где ты? Вот. А, вот, я тебя увидел, вот, вот теперь я тебя увидел. Вот, вот, иди вот сюда. Так, есть, есть. А я подвис, подожди, подожди, подвис, подвис. Так. Вот, есть. Смотри, вот она. Во, теперь увидел. Крем. Вот мочиха, я пошла. Зачем потом еще? Есть контакт. А мне надо, получается, что-то еще. Так. А я тогда ставлю уже на питьевое желе делать. Кстати. Питьевое желе же, да? Да, питьевое желе. Ты можешь тоже. Соль уже... мне надо. Соль или вода? Не, а, ну, блин, вот вода, это они, это не туда. Вот это они евреи не могли написать, типа, с таких-то, таких-то существ выпадает. На в нижней части локации, или как-то так. Ну, блин, что-нибудь... Я бы... Сильно легко, видимо. Не, ну, в смысле сильно легко. Ты все равно бы два часа бы, блин, можно тут эту херню искать. О, я могу, кстати, помочь кому-то что-то. Ну, желе это питьевое я делаю сейчас, я надеюсь, я его доделаю. О, может, тут нифига дальше все сложнее и сложнее идет. У нас сейчас куча надо выполнять заданий, так что... А слушай, а где здесь вода? Вода у продавца. Ты же сама говорила, что 100%... Нет. В том смысле, рыбу делай. А, так это по речкам надо посмотреть. Вот, кстати, ты пробегала мимо нее. Вот она, вода. Кстати, блин, нет, это камень. У меня куча всяких элементов сейчас. А, расширить сумку за 10 тысяч можно. Или это 100? Нет, это 10 тысяч. О, ёпта, да, отлично. Правда, следующий уже 30 тысяч стоит. Расширение сумки, кстати, можно заняться, Ань. А что там расширять? Чё тебе... Ну вот у меня, допустим, уже ингредиентов для хавчика дофига. То есть у меня он как бы половину занят. А он расширяет в целом? На несколько ячеек. То есть он добавляет несколько ячеек. Как вариант, почему бы и нет. Я вот 10 тысяч потратил и раскрыл. О, уровень рыбалочки. О, молодец, молодец. Так. Сколько у тебя минут эта жидкая хрень будет делаться? Так, сейчас подожди.
6, 25. Ты какой-то квест делаешь? Может быть, пойдем по данжу? Да нет, пошли, пошли. Так, хорошо. Думала, я тут рыбу наловлю. Такую, которую мне надо. А там а тебе тут нужная какая-то рыба уже есть? Да, я вот эти-то задания. А что там за задание? Так, а помощь... Ну, спасатели-то, 9 рыб тут надо. Да ладно, а что там за спасатели 9 рыб? Это какое задание? Где ты его взяла? Ну, как тебе объяснить? Вот меню, вкладка возле хоббита, спасатели. А, да-да-да, типа, сообразил. И что там? Для степени. Ну, тут рыбу надо обычную. Я пошла... Нет, а мне... А в смысле обычно? А как ты видишь, что именно рыбу? Потому что я вижу, мне тут какая-то фигня нужна. Ну, видимо, фарш. У тебя просто этой рыбы. Обычная покупка, апельсиновый смузи, что-то там. У меня здесь есть, получается... Я... Да, обычная покупка, тут 3 ингредиента, вот еще есть. 4 ингредиента. 2 ингредиента, и вот один остался. Ага. Вот запах скунса, 17 штук. А что это за херня? Она на время идет. У тебя нету случаем запаха скунса на время, который идет? И грибы, 6 грибов. А что тут надо 17 запах? А где запах скунса лежит? Это вот там же, вот это спасатель Сильвериона. Так, запах скунса. Скунс 7 из 17. Пошел, я знаю где. За мной беги. А я просто не знаю, что это такое. Мне может быть, откроется. Это на время задания. Скорее всего, оно откроется, когда ты добежишь к той фигне. За мной. Подожди, а где ты? Вот здесь, рядышком сверху. Вот, пошли. Наверх. Вот так вот наверх, до самого впритык. Там будут эти скунсы. И, скорее всего, у тебя откроется задание, когда ты до туда добежишь. И их надо будет 17 штук скунс расколошматить. Бедные скунсы. Так, ну я так полагаю, что ты можешь рассказать. Так, а я сейчас посмотрю. 9 из 17. Да, это задание на время, и надо набить скунсов. У тебя открылось, нет? Подожди, а где задание? Спасатель. Своих заданий? Нет, спасатель. Или только в спасателе? Только в спасателе. Запах скунса, оно так и называется? Да. Помощь семья профессиональных воинов, обычная покупка. Хорошо, убей одного скунса. То есть пробегись там. Я уже не знаю, троих-пятерых набила. Да, а может быть, у нас по-разному они отличаются? Нет, мне кажется, спасатели это... Что еще раз? Спасатели? Рандомно. Ну, может быть, кстати. Может быть, я тут даже спорить не буду. Вполне может быть и рандомно, потому что хз. Потому что, считай, у тебя же нету рыбу собрать. Да. Либо я ее провтыкал. Потому что тут у меня на грибы, я смотрю, я сейчас как раз его буду делать. 6 грибов, 3 есть. И скунсов надо еще 6 штук захерачить. Только что-то я смотрю, они не респаются. Это какой-то прикол, что ли? Скунсики! Что-то вы не респаетесь. Это не есть. Мне интересно этот кондиционер взять. А что за кондиционер? Продавца у ворот. Ну что, по льняную нить сделать. Ну, скорее всего, из льна ее или еще как-то. То есть я тут тоже не особо знаю. Нет, там прям подписано, что как бы добыть, видимо, нету. Ведь у продавца написано. Ну тогда да. Вот интересно, мне... Ага, я еще нашел скунсов, отлично. А вот он, кондиционер, сотню стоит. Просто хочу лину. Да, тогда задание там дофига закроется. 57-54. Подожди, а где мое питьевое? Так, одно задание я, кстати, закрыл. Отлично. На скунсов я задание закрыл. Остались грибочки. И еще куча всякой какой-то фигни. Подожди, я ж по идее лен сделала. А тут получается можно... Видимо, появятся... Давай, беги, чувак, беги.
Получается, в этих спасателях можно отказаться из заданий. Ага. И, видимо, обновиться там. Ну, может быть, кстати, может быть. Сейчас я лен задарю, посмотрим. Так, а я вот с грибочками... Да, смотри, у меня обновилось. Мне надо 8 кусков мяса, 9 рыбы, 3 горы, 2 апельсина. Япона мож, взрыв мозга. А льняная нить, как там делается, ты не помнишь? Или ее она покупается? Нить не знаю. Нить а, подожди, так это надо собирать эту всю херню и после этого закрывать. Да ну его в баню, Аня, у тебя никаких временных заданий там нету? На время, которое выполнять. Я не знаю, где... Если нету, то пошли лучше по данжевым этим фильмам. Пошли, все. Потому что реально я заманался уже. Начнем. Так, значит, вот... У меня есть хобби очки. 12. Но я их не могу в изготовление. Ну, наверное. Так а они в изготовление куда-нибудь другое? Они куда вообще не могут? А, ну туда не знаю. По идее даже... надо разбираться, как бы, это тоже. Может, отдельную... Да, как вариант, конечно. Что там? Добыванию ресурсов, знаешь. Ага, я что-то под... Это, стрим там 300-часовой, блин. Ага, чисто на одни ресурсы, то да. Да, бегаем, короче, там, собираем грибочки и всякую такую остальную фигню. Но... И все, и как бы вообще без... О, сундуки, смотри, тут какие-то крутые сундуки. Да, смотри-ка, да. Золотой какой-то тут. Вот этот золотой что-то не могу открыть. Я, кстати, тоже. А, вот. А типа с секретом он, наверное, какой-то. О, может задание про... А, не... Да, задание, 1 из 5. Этот, как его, ежедневное. Задание 1 из 5 у меня, прикинь. Да, сейчас посмотрим. То есть вот этот на сундуке. Да, да, слушай, да. То же самое. Так, а здесь снизу? Заплутало. Слушай, я просто иду, только... Клац-клац, да, тут все само взрывается, разносится, разносится. Только автоматом, вообще, только автоматом. Ага. Буквально, да, может, еще какую-нибудь просто кидаю уже для... Ага, для вида, да. Ну, братно, это рутина скучная настала, неинтересно. Я понимаю, если, блин, этот, как он... Типа данжи с этой улиткой вшивой, как мы вообще рали, это вообще рало было. Но она будет, будет. Ну, скорее всего, в этом будет другая. Тут, типа, тыква будет или еще какой-нибудь. То есть, тут уже другой... Да-да-да. Тут, получается, в середине карты тоже должна быть. Ну, да. Ну, это аренка, типа, мини-аренка будет в середине карты. Да-да-да. Что-то подзастряли, падлы. Скучно. Да, конечно, вот это одни, их еще и 3 уровня, вот это проходить, конечно, очень манает. Но с другой стороны, если не сильно зацикливаться, проходить быстрее, то, в принципе, нормально. Да ладно, чувак, занапарил уже прыгать. О, обратно так, сундук. Ну, походу, надо кого-то чихлить. О, тыковка. Куда ты ее там, бедную... Да не, ладно. Она сдохла, что ли? Нет, ты ее куда-то там далеко, в общем. А, вон она, сейчас я ее достану. Ты моя бедненькая, что так? Ой, и он мне поддал просто. Вещей. Так, сундуль надо так, открыть. Так, сундуль. Во, а нет, не добавили, 1 из 5. Так же, ох, он меня нет, еще и надамажил. Нет, тут же тоже остался у меня. Значит, он просто не относится. Да, скорее всего. Какой-то определенный, видимо. Так это не все, походу, еще что-то, я смотрю. Почему не закрывается? Да, это, походу, еще не все даже. Смотри, эти данжи стали побольше. Еще и крипы. Да, данжи стали, слушай, подольше. Получается, что на раз, два, три их тоже не... Ну да, то есть, надо... Слушай, мана у меня просто вылетает. Нет, мана у меня сейчас нормально, более-менее, а вот жизни, конечно. Один раз он мне пихает, и все, как бы на пол жизни. Не, у меня вылетает просто, ой, я подрасну.
Слушай, на меня кто-то ядно. Ха, прикольно. Потому что я сейчас просто теряла по 29, получается, жизни. Да, вполне могли эти твари. Вполне могли эти твари. О, босик. А что так, за... Так, кто тут у нас? Юху! Тиковка. А, это та же, ё-моё. Тиковка. Мы долго не доходили же. О, она, блин, клонов забацала. Да-да-да, ты что, забыл, что ли? Не, ну тогда это как-то так не особо это в глаза вдавалось. А потому что она ее выпустила рядом. Еще не пришло время. Бля, ты где? Блин, у меня маны нет. Да где, тварь? Нужно больше маны, короче. Что-то надо мне с маной делать. Да, у тебя как раз на ману надо будет что-то... Где эта тварь? Просто нету маны вообще. Смотри, это какой-то живучий мой. Сколько... Хотя у меня, кстати, периодически падает. А я просто тебе не сильно помогаю. Да блин, я просто реально эту тварь и толком не дамажу. У меня половина урона проходит тупо по... Не, я критую, критую так. Не, у меня половина урона проходит по теням ее. Ага. Ну у меня мана опять все. А, блин, поздно, под самый конец ульту. Ю-ху! Вдавил, да. Кстати, у меня тоже полманы ушло. Держитесь, ребята! Не, у меня что-то вообще, как бы, знаешь, что... Жестко, да, маны отвалило? Так у меня просто ее не было. Мне даже не хватало на... Так ты этими бутылочками, хотя бутылочки а только бутылочка ничего не вообще делают, ни да. О чем. Ни о чем, согласен, согласен. Надо, видимо, какие-то бутылки, что ли, закупать. Более жесткие, да. Либо хавчик какой-то, может, какой-то хавчик, который тебе в течение 10 минут моментально там, ну, не моментально, но... Что так подвис? Я одно задание какое-то... Да, хорошо подвис, я отвиснуть и сдаю два задания. Я приняла задание. Так, я тоже что-то принял, что-то забрать. Так, подожди, а что правда по... Смузи можно, смузи сдать можно. Да, смузи что можно дает? Сдать. И два задания. Так, можно завершить, да, забрать. Курица что дает? 600 силы. Ух. Аня, а сколько у тебя заданий? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь заданий должно быть, по идее. Блин, ну тут так, подожди сейчас. Рыба, тоже ни хрена. Соус добавляет плюс 10 крит урона. Жесть. Ну, конечно, хотя крит урон... 1000 хер... маны, да это просто это херня. Ну, не, судя по тому, ну, как мана уходит... вообще ничего нет. Так, так подожди, а я тоже же приготовил. Вот, дрожжей я приготовил. Так, сейчас я дрожжи сдам. Ой, дрожжи. Давай, давай. Я так, навыки всё, я пока... Так, всё, я же меня сдала, и чё? Я пока навыки посливал. Так, у меня убежище тыковки высокое. А, ну у меня вот это ещё какое-то исследование измерений. Ага. Знаешь, это, короче, задание от... Чё задание? Арпайл. Вот это вот задание, которое у тебя нет, чистка нестабильного измерения, ага. Она у меня идет типа от игры. Как бы здесь написано ветки такие. Видишь, где задание у тебя? Ну да, 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 да. И вот это исследование измерения, она у меня ежедневочки. Ну... А так у меня сейчас 6 заданий. 6? Какие? Убежище тыквы, да? Первое у меня исследование убежища. Высокое. Да. А не, подожди, исследование убежища.
А потом Чаплин какой-то, Чамкин. Да, Чамкин. Вот у меня исследование убежища 2. То есть тут зачистка. И, короче, рыжее задание, убежище тыковки Чамкина. Да, потом да, желтое исследование убежища. Потом просто да. Чамкин. Потом да, одолейте и... мини-босса. Да. Победите обычных монстров, да. Что ли? Да, монстр. Исследование тыквенного поля. Вот, и еще получите редкое снаряжение. Да, снаряжение, да. Красная и память. У меня еще плюсом стоит вот это вот. Исследование измерения. Фу. Ну что, пойдем дальше? Или ты в измерение поползешь? Не, в измерение поползу, я сейчас посмотрю. Просто я там... же уровень взяла как-нибудь. А, я тоже, кстати, уже раскидал. Там самый прикол, что у нас убежище тыковиного вот это Чамкин у нас на 3 уровня. То есть на легкое, среднее и сложное задание. На все 3. Йо, у меня, короче, какое-то появилось чувство. Чувство опасности. Во время атаки с вероятностью 100% обнуляется время перезарядки навыка уклонения. Это такая, короче. Ну, может быть, это типа, если тебя сильно раздамаживать будут, ты типа успел испетлять. Я так поняла, что это как пассивка, типа. Или ее тоже юзать? Нет, скорее всего, как пассивка. А там сверху и написано. Вот у меня одна пассивка, вот она постоянно включает, увеличивает восстановление маны. Но, как бы, дорогие друзья, вообще как-то не работает. Да-да, согласен. Так, сейчас я к продавцу схожу, я посмотрю насчет баллов что-нибудь. О, тут пассивка шикарная у меня открылась. Только сейчас заметил. Максимальное здоровье увеличится на 4%. Ох, шикардос. Слушай, ну тут нету вообще... А, вот, эликсир маны 2 уровня. 1500 восстанавливает. Больше ничего лучше не нашла. Так, а сколько перезарядка? Тоже 30 секунд. На 1500, блин. А у так. Нас получается на... Блин, на куб... А сколько у нас денег вообще? Ну, у меня 30-ка была вроде бы. Сейчас 34 тысячи. А, 34, да. Я ж еще и место раскрыл. Блин, ну вот эта мана тоже ни о чем. Ну, видишь, как, а что тут сказать? Блин, ну она лучше, чем... Что тут чем... еще сказать? Сколько я могу купить? 22 штуки я купила, короче. Ага. У меня теперь нету денег. Все. Так, что куда прям? Поехали, я тебя загружу тогда на следующие. У нас там следующие 2 уровня нормальные и сложные надо пройти. О, конечно, это Маналово. Я предлагаю вот убежище. Давай в тыкву дойдем, вот эту первую. Первый мы, да, проходили. Это 2 уровень. Вот тыква средняя, тыквенное поле. А, да? Мы что ли туда проходили? Самый первый это городу, там что-то там. Мы его прошли. А, да? Блин. Ну, в принципе... Я что-то как-то вообще капуста полетела в ней. В принципе, можно по-быстрому, как бы, не особо заморачиваясь, по-быстрому побежали, раздамажили и так далее. Это, ты просто... Нет, понятно, что побежали, но сейчас время-то идет. А тут что, все? А, не все, тут просто... Нет, тут заворотик должен быть. Сейчас нельзя использовать. Так я про что и хотел сказать, что, в принципе, времени-то уже довольно-таки много, как бы, надо уже заканчивать. У тебя там вообще уже дофигища времени, поэтому... И предложил... Ну, сейчас, давай вот это проходим и... Да, и на этом как бы на сегодня уже точно закончу. Да, закончу. И на сегодня закончу. Я не знаю, сколько там уже... По времени мы вообще тут залипаем. Ну, часа полтора точно, ведь досик как минимум на запись прошел. А так, хз, конечно, хз, тут тоже не скажу. Опа. Ну, блин, ё-моё. Это, короче, ты понял, кто это? Рыба-пихтух какой-то. Это свекла, блин. Свекла? Серьезно? Рыба-свекла. Нет, блин, свекла-рыба-петух, что ли? Петух это какой-то. Пердец. Не, ну а по сути дела она сделана...
чувак, ты чё, давай вставай. Кстати, если откатами делать, то можно раздамажить этого петушара. Эй, блин, нажало. Меня... На тебе гранаты. Ого. Не, слушай. Жесткие гранаты были. Слушай, прикольно гранаты, когда тебя под этого, он на тебя бежит прям. Да, дальше. Бросил и разрывает тварь. Да. Так, с одной стороны, мне вначале никто не очень. Но они просто в толпу классно, когда тебя зажимают, ты выбросил их и в разные стороны полетел, да, раздамаж. Так, а что там мы не закрыли? Почему у нас проход не... А, ладно, вообще побежали. Почему надо зайти в эту? Ну да, как вариант. В дырочку-то, господи, как она называется? Портал, ё-моё. Врата, да. Так, надо подвисать, что он у меня здесь на локации очень жестко подвисать начал. Так, я сдала, получается. Я тоже... А, и так. Получил сразу новое, походу. Сдал и получил. А нет, заданий, смотри, меньше стало. Намного. Не-не-не, я не получала сейчас. 3, 4, 5, 6, 7 я заданий. Я так, понеслась следующая там. А, след, ты все-таки хочешь добить вот это тыквенное поле? Да, давай добьем и все. Высокое нам же. Да, вот тыквенное последнее. А дальше да, уже идет вот эта тыква Чампи. Чампи уже завтра, ну или там, когда уже будем писать следующие. Ну, а там уже посмотрим, как пойдет. Попрыгуш, попрыгуш. Уничтожала не мобов, а забирала лут, уже всех разбил. Эта тыква меня увидела и убегает, прикинь. Бедно. Она, видимо, дальняя. Да, да, это старин. Просто мы уже по какому кругу их потрошим, что не знаешь уже не. А может быть запомнили, думают, блин, валите уже. За что вы так? Мы уже нас... готовы сдаться. Типа за что вы нас так ненавидите? Так. Надо все-таки вот ту игрушку-то про зомбиков. Да, какая именно? Ну ты говорил-то у Гарни. А, который до сих пор дуплю, 7 вот тест-дей, что-то вот это, я уже плохо помню, как называется. Ну да, она четко, жалко, конечно, что она у тебя не идет, блин, я до сих пор сижу, не угораю. Надо попробовать, может, что-то... А я не помню, что тогда не пошло, и у тебя кипас именно не въехал, или сама игруха не пошла? Ой, кипас. Что-то, хамачи. Может, я что-то, конечно, неправильно делал? Ну, в принципе, есть связь. У может... меня как-то заходило... Она мне куда-то заходила, короче, куда-то где вместе не заходила. Ага. Что-то такое как. А, блин, тут есть тыквы, которые лежат. Вот ага. Они спаются. Короче, добавляет нам вещей. Долгая фигня, довольно-таки долго мы их прыгаем, бегаем. Не, блин, ну вот больше, конечно, гар, да, мы зашли в... А, данж, да, было весело. Там, блин, эмоции были живые, прям такие... Да, ну, это... там было весело, там надо было, как говорится, текать, убегать, в общем. Читай, еще зашли, получается, в начале базы. Ага. Вот, все, прикинь, у меня уже маны. Да, мана у тебя уходит прям жестко. Вообще жесть. Еще не пришло время. Значит, этот кролик мне надо достал. Только я еще вот так вот. По-моему, этому кролику было больно. Да не то, что прям, ну. Раздамажили его, да? Да, вот сундучок. А, я думал, он все, он, оказывается, еще не последний. Не, да, видно будет. Слушай, я, наверное, просто сейчас стреляю вдали. Получается, позже сейчас. Ага. А у меня маны вообще нет. Он мне что-то похуй... А, это я думал, у меня мана как-то восстанавливается, типа с атак. А это я просто бутылку захомячил. Блин, ну когда они по одной этой тыковке, блин, это, конечно, вообще не весело. Тут как-то вообще что-то тыковка. Ага. О. Вот, как раз у меня хотя бы половина там. Петушок, Петя, Петя, петушок. Короче,
Отжигаем его. Так, я кинула этот подарок. Сейчас подбегую вот этих чуть. А я ультой его зажариваю, зажариваю. Смотри, это падло меня еще и продукт. Кстати, смотришь, видишь, что из яичек. Ага. Ну так, чисто глазами. Точнее, чисто краем глаза. Смотри, он все равно налечил. Не, у меня уже 21. Хотя, правда, 6 этих осталось. В общем, чутка осталось. Так что это не... Курочки мне понравились, конечно, убегали. Отжигали, помогали петушку своему. Убегали. А, убегали. Убегали. Так, что тут у нас новенького? Задание вижу. Что это за глюки? Так, у меня навыки появились. Появились? Я тоже взял. Взял уровень. У меня появился специальный отряд. При пробуждении и появлении боевых баг. Ух ты, сила атаки на центр. Ага. Да, вот это вот неплохо. Ты, кстати, старые хоть атаки не забываешь прокачивать? Не, я все прокачиваю. Ну я тоже периодично. Потому хотя вот некоторыми я, честно говоря, вообще даже и не пользуюсь, поэтому даже как бы, ну, и не обращаю внимания, скажем так, вот на них. Ну, у меня что-то новое. Да, у меня новый какой-то навык появился, круто. А что за навык? Сейчас надо подтвердить и применить. Так, здесь дали. Прикольно. Так, а что мы... Блин, а тут я походу и сдала, и приняла. Ага. Ай-яй-яй. И тут еще задание. Короче, тоже что-то набрала всего. Так, ну что? Сейчас, подожди, 5 сек. О, новый удар. О, ты тоже 22-й. Да, я же говорю, да, закрыл. Ну все. А, подожди, сколько у тебя заданий? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 должно было быть, плюс-минус. Так, у меня 2 красных. А, нет, 2 красных задания. Да. У меня 5. Ты взяла у Чухи, когда сдавала 2 задания, повторное? То есть, смотри, убежище тыквы Чампа, исследование убежища Чампы. Потом Чамкин, 3 задания на Чамкина. 3 задания на Чамкина, потом победить обычных монстров Чамкина. Исследование пашни. Ну у меня вообще 1, 2, 3, 4, 5. У тебя есть исследование пашни? Скорее всего, ты его не взяла. Пашни есть. Есть, да. Потом получение редкого снаряжения 4 из 5. Синее. А синее у меня нету. А, ты его выполнила. Это я, наверное, не выполнил. Да, тебе повезло. Синего это... нет. Вот, ты его выполнила, скорее всего. Я его никому не сдал. Так оно само прошло. Блин, да. А у меня оно исчезнет. Ну и ладно, пофиг. В общем, все тогда на себе. Ё-моё, нифига какой фигня. Чуть-чуть. Что там такого? 17 до 22 уровня. А что до 20? Легкая мозаичная печать призма. Можно прокачать до 22 уровня. 488 здоровья и я сам. А, кстати, да, как вариант я вижу, да. Да. То есть их можно развить. Вот это молодец, я бы фиг его знать. Провтыкал бы. И еще одно. Удобная печать призма заката. Блин, она получается круче, чем призма легкая. Ну да, скорее всего, так оно, в принципе, есть. А, она получается уже прокачана по уровню. В смысле прокачана? А вот смотри, короче, тут получается... Вот легкая мозаичная печать, у меня стоит 17 уровень прокачана сейчас. Ага. А на вот этой удобной печать призма заката, она уже 22 уровня. Уже типа перфектная, видимо, что качать не надо. То это тебе какая-то потолочная выпала, потому что у меня, да, все 12. Сразу же потолочная, сразу же 22 уровня. А у меня все унылое выпало 12 уровня. То есть у меня вот эти призмы синие, которые 22 уровня, они у меня все унылые выпали. И прокачать их, чтоб там надо вообще материала просто доухахаться. Поэтому я, наверное, не буду ничего с этим экспериментировать пока. Нет, ну я тебе вот эту явно поставлю сейчас, супер крутую.
А, ну вот эту вот, я думаю, я и оставлю, потому что ее можно еще прокачать до... Ну, и может быть она будет круче, чем вот эта, которая уже прокачана. Как вариант, конечно, можешь все это посливать. Вот это сейчас хрень вот эту посливаю. Потому что я же говорю, что... А, подожди, так она у меня тоже 22-го какая-то. Это походу за задание дали. Основной ранг, здоровье... Может быть, может ты посмотри там... Это скорее всего за задание дали. Сопротивление в воде, сопротивление тьмы. Но я бы не сказал бы... А, они... Блин, а мне две они их еще и выпал. О, круто вообще. Стоп, закрыть. Закрыть вот это. Так. Так, собрать. Ты посмотри, у тебя все-таки есть вот... Да. Удобная ж... печать, призма, да. 539. Призма заката, есть, да? Призма заката. Есть она, да? Да. А, ну все тогда, я просто думала, может, вот эту скинуть тогда. Самое прикольное, что у меня, блин, ониксовая у печать. У меня еще одна новая, легкая, мозаичная печать, полумесяц. Ну, прикольно. А, ну она здоровье у меня, получается, хуже будет, если я ее одену. А вот мне наоборот, я на здоровье как раз и все это колупаю. Поэтому... Нет, а у меня вот тут выпало, она по силе защиты лучше и по рангу. Ага. Но здоровье добавляет меньше, и генерация АЗ меньше. Короче, она хуже, тут все-таки надо смотреть. Вроде бы ранг выше. Ага. Сразу получается не бахать. Ну, как вариант. Я ее пока оставлю, как это... Подожди, а развитие могу что-то? Вот из этого, что я все-таки... А, тут я не могу. Все, уровни высокого. Все. Блин, навыки надо как-то так поставлять, а вот я даже не знаю, что было именно удобно. К сожалению, не так не получится. А мы еще выбили книга рецепта перчатки фермера. Или какая-то. Mm-hmm. И что? Так, у тебя тоже такая должна быть. Посмотри. Нет, рецептов у меня, скорее всего, нет. Другое, такая книжечка-то. Другое? Нет, у меня рецептов нет. Правильный камень есть. То есть это по-разному каждому еще высыпает. Теперь вот с рецептами типа подвезло. Мне нет. Да, смотри, она у меня есть, я могу сделать, по идее. А, только для этого мне надо, короче. Это нереально. Чё? Тут, короче, изумруды, льняные нити высшего уровня, прикинь. Ну да, там, наверное, жестко. Вода из сада, она, короче, в каком-то полурейде только получается. Ну, как... А, у меня что-то вроде есть. Одно, вода из сада. Ага. И разрушенный кристалл у меня есть чуть-чуть. Ну, видишь как. Ну, как бы, я так понимаю, изумруд... Не знаю, уникальный, где даже не написано. Ну, в любом случае, на сегодня это все, ребят. Да. С вами был Саня, он же Злой Енот. И, конечно, Аня. В общем, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, смотрите. Дальше будет веселее. Все, всем до свидания. И обязательно подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчик. Всем пока. Правильно, пока.